Да, я понимаю, поэтому их и не трогают. Угу. Да. Есть отдельные успехи, но они очень локальны, честно говоря. Ну, отдельные успехи, потому что, я так понимаю, усилия по достижению этих успехов сейчас... Добавит любому вечеру... соединениями украинской армии. А почему именно в эти дни? Что, потому что, это ярко чувствуется, потому что, во-первых, все политические вожди, так называемые Украины, все свалили подальше, то есть их сейчас вообще уже нету. Ага. В основном и на Украине их нету, хотя какая-то небольшая толпа где-то там в Ивано-Франковске. Объективно говоря, для того, чтобы управлять чем-то, сейчас не обязательно быть в стране. Да, но чувствуется раскоординация в действиях. Она чувствуется существенная раскоординация в действиях. То есть сейчас уже возникает очаговая оборона, в том числе и там на территории Донбасса, ну понятно, что они там будут цепляться и за Краматорск, будут цепляться, ну за многие населенные пункты будут цепляться. Понятно, что в Мариуполе они как в осажденной крепости. Я вот считаю, что с Мариуполем надо себя вести очень осторожно, потому что там, его судя по всему, штурм отморозки это просто жуткая, так сказать, история. Но чувствуется, что действия пошли в разнобой. Более того, эти действия перестали походить на характер активной обороны, то есть контратакующих действий практически за последнее время незаметно. То есть они перешли в режим пассивной обороны. А это преддверие того, что моральный дух рухнул. Понял. И сопротивляться будут прежде всего... Вести активные контрнаступательные действия, я так понимаю, их особой возможности нет, потому что, учитывая, что украинская армия мощным кулаком основным вся здесь, а вся остальная растянута вот по этой дуге, им, собственно говоря, особенно некуда вести активные действия, потому что как только они откуда-то, да, техники почти нет, ГСМ, я так понимаю, уже тоже почти нет и так далее. Но техника еще, к сожалению, есть, мы видим скопление техники. Нет, очень массированные в отдельных. Вопрос, есть и ГСМ. Вот ГСМ, запасы тоже созданы, но, по крайней мере, мы видим то, что к обороне они более-менее готовы в отдельных населенных пунктах, и оборона это имеет очень массированный характер. Тем более, что для обороны ГСМ нужно сильно меньше. И вот в этой связи, в свете вот этой вот картины, возникает вопрос, что специальная военная операция проводится вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины, но мы же все задаемся вопросом, а только ли ВСУ и нацбаты являются, скажем так, участвующими в этих боевых действиях сторонами? Потому что это ответ на вопрос, против кого и чего проводится эта специальная военная операция. А тут есть очень один интересный нюанс, который вы узнаете сразу после короткой рекламы на Первом канале. Не переключайтесь. Это геополитическая борьба против России. Большая игра вступила в новую фазу. На кону гигантские ресурсы и безграничная власть. Положительная роль Америки в развитии стран мира уменьшается. Их проблема в том, что у них нет навыка управления народами, которые они захватывают. Они могут управлять только уничтожая. Россия, в том числе и через страдания, постоянно спасает Европу от еще более страшных явлений, которые исходят из ее глубин. Никто не сможет остаться в стороне. Россия сегодня играет первые роли, играет наравне со всеми сильнейшими державами. Она может бороться с США в их собственной игре. Фильм Андрея Медведева. С 18 века ни одно крупное мировое событие не пробило без влияния России. Война империй. Сегодня в 18.10 на канале «Россия». Вы смотрите «Вести», и мы продолжаем выпуск. Возвращаемся к одной из главных тем – ситуации вокруг Мариуполя. Вот согласно последним данным, город смогли покинуть более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов, которые продолжают наносить удары по гражданскому сектору. В населенных пунктах, на окраинах Мариуполя, местные жители уже неделю прячутся по подвалам. Как им удается выжить в таких условиях, расскажет наш корреспондент Михаил Андроник. Поселок Николаевка был освобожден от вооруженных сил Украины в самом начале специальной операции по защите республик Донбасса. Но ВСУ еще неделю утюжит его с помощью ствольной и реактивной артиллерии.
гибнут мирные жители. Рука в крови, лоб в крови. Мы ее откидали, она кричит: ноги мои, ноги. По раскисшей Донецкой степи идут бесконечные колонны бронетехники Уралов, артиллерии, подразделения ДНР при поддержке вооруженных сил Российской Федерации. Километр за километром продвигаются вперед. Фронтовая переправа, мост при отступлении взорван вооруженными силами Украины. Через Кальмиус можно перебраться только таким способом. Ближайший пригород Мариуполя – поселок Сартана. Население 15 тысяч человек. Уже неделю люди живут в подвалах. Выйти наружу не позволяет украинская артиллерия. Вместе с врачами подразделения внутренних войск республики обходим подвалы. В этом почти 200 человек. На импровизированной кухне суета. Сейчас мы это все уберем, почистим, помоем и на вечер будем делать заготовки на завтра, чтобы завтра с утра оставить покушать, чтобы все люди поели, чтобы не было голодных. И все, извините у меня тут. За неделю в подземелье люди сплотились и обустроили быт. Украина, планируя развязать полномасштабную войну на Донбассе и тратить десятки миллиардов долларов на вооружение и содержание огромной армии, не позаботилась о строительстве оборудованных укрытий для жителей этого региона. Сейчас в поселке нет воды, электричества и связи с внешним миром. Жительница Сартаны Татьяна Авраменко просит передать весточку родственникам в Пензу. Пытается сдержать слезы. Скажите, что все живы, дома нет, а мы живы. Россиянка ты моя. Соседнюю Толоковку войска республики освободили на день раньше. Сюда уже не падают украинские снаряды. Инженерные подразделения занимаются поиском мин и фугасов, которые в большом количестве оставили здесь ВСУ. А республиканская МЧС выдает продовольствие новоиспеченным гражданам Донецкой Народной Республики. Михаил Андроник, Вести Крым, Донбасс. Это был фрагмент большого репортажа Михаила Андроника о ситуации под Мариуполем. Полную версию смотрите сегодня вечером в 20 часов в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. И вот какие еще темы будут в программе. Это «Вести недели», и я Дмитрий Киселев. Смотрите в воскресенье. Как Америка подмяла под себя Европу и пытается задушить теперь Россию. Но почему эта миссия невыполнима? И когда перебесится? Зачистка Украины от нацистов и наемников. Все очень жестко. Самое последнее от наших корреспондентов. Подступы уже плотно заняты. Бойцы Донецкой Народной Республики выбили формирование. Продолжаются городские бои. Своих не бросаем. Спасибо. Как белгородцы встречают соседей из Украины? И что в приграничье сейчас? Так выглядит сегодня упрощенный пункт перехода с украинской стороны. Покажем впервые. Неизвестные кадры бегства фашистов из Харькова. В гитлеровском рейхе Украине была отведена роль колонии. Тактика выжженной земли у тех нацистов и нынешних. От венчания геев-резбиянок до запрета на слово «мама». От ненормальности личной к ненормальностям в большой политике. Что в итоге? Вести недели. Воскресенье. Ходят по разными кураторами. Это очень ярко проявилось, например, в истории с убийством члена украинской делегации на первых переговорах в Гомеле Киреева. Вот вы видите, он присутствовал на переговорах, после чего он вернулся назад и был убит. Убит он был СБУ по подозрению в госизмене. А вот теперь показатель того, что разные службы на Украине, причем силовые службы, вообще никак не связаны друг с другом. Потому что СБУ застрелило члена украинской переговорной группы за измену, а вот что пишет Главное управление разведки того же самого государства под названием Украина. Нормально? То есть он, так сказать, у них, да, он у них разведчик. То есть возникает ситуация, что одна служба, видимо, под одними, а другая служба не просто под другими, а под прямо противоположными. Это точно так же касается того, что вы рассказывали про вот эту вот историю, что эти ядерные разработки шли под эгидой СБУ, потому что вот вам, например, заявление компании «Энергоатом», оператора всех действующих украинских станций.
значит, который заявил, что Украина настаивает на том, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отделах. Взволновались они, теперь они взволновались. Когда изъята документация в изготовлении ядерного оружия, они взволновались и хотят, чтобы, значит, был контроль на ядерных объектах в Чернобыльской, Запорожской АЭС и на других действующих атомных станциях. То есть раньше про контроль, видимо, речи не шла, судя по всему, потому что там было СБУ. Конечно. И поэтому никакой контроль был невозможен. Теперь да, СБУ нету, и теперь они хотят контроля, да, никто туда не мог заехать. Это еще масса таких нюансов в более четком понимании, чем на самом деле было украинское государство. Еще раз говорю, не Украина, не украинцы, украинское государство. А теперь возвращаемся к тому, о чем обещал перед рекламой. Важный нюанс о том, кому противостоим мы в рамках специальной военной операции и кто противостоит нам. Казалось бы, ВСУ и нацбаты. А нет. Такой важный фактор боевых действий, как разведка, осуществляется кем? Слушаем Джен Псаки. Мы на постоянной основе предоставляем разведывательные данные, в том числе информацию, которую украинцы могут использовать для того, чтобы выработать военный ответ на продолжающееся российское вторжение. Сообщения о том, что это не так, не соответствуют действительности. Мы предоставляем их в режиме реального времени. То есть в переводе с псаки языка это означает следующее. Соединенные Штаты снабжают Украину данными спутниковой разведки о перемещении российских войск. Теперь у меня как к военному, я поскольку в этом ничего не понимаю, вы мне ответьте. Если есть две стороны конфликта, а какая-то третья сторона, одной из них, поставляет в оперативном режиме данные спутниковой разведки. Это называется как? Вот мы, дилетанты, назвали бы это участием в конфликте. А вы, военные эксперты, как бы это назвали? Мы тоже называем такое это соучастие в боевых действиях, но это не прямое участие в боевых действиях, а так называемое косвенное. Ага. То есть они же, например, не делают то, что делали в Сирии, да? Где вот эти разведывательные комплексы, точнее разведывательно-ударные, например, беспилотники, uh-huh. периодически ошибались и попадали по сирийским военным. Uh-huh. Вот, и пришлось там даже устанавливать специальную линию с американцами, чтобы такого рода эксцессы прекращались. Здесь же все прозаически, то есть у Киева нет понятия, что же творится на фронтах, они утеряли всякую связь со своими боевыми подразделениями, но они еще как-то должны оперировать тем пространством, которое они называют своим государством. Поэтому заранее перед этими боевыми действиями, видимо, для других боевых действий, боевые части Украины получили такие вот средства космические связи, как Starlink. Вы же помните Илона Маска, который выводил свои спутники для бесплатного, практически халявного интернета. Да. Вот этот халявный интернет теперь работает чисто в военных целях. Но смотрите, Джен Псаки говорит о том, что мы продолжаем поставлять украинцам разведывательные данные. Она не говорит про интернет. Она говорит разведывательные данные в режиме реального времени для того, чтобы выработать военный ответ. Я объясню, как делается. Сейчас к вам пойдем. Сейчас поясните. Значит, Пентагон, он может, скажем так, арендовать на время боевых действий спутниковую группировку связи и передачи данных. То есть происходит следующий механизм. Разведывательный спутник, он засекает определенную информацию. Так. Прежде всего, это спутники радиотехнической разведки. Так. На командный центр. С командного центра после дешифровки эта информация через вот такие вот спутники связи, тот же Starlink, поступает непосредственно к месту боевых действий. Давайте практический вопрос. Вот передвигается российская колонна. Этот спутник, который вы сейчас так показали, этот спутник передает эту информацию туда. Они ее передают сюда. И, допустим, по этой колонне наносится артиллерийский удар. Дальше возникает вопрос. Это ВСУ нанесли удар по нашей колонне? Или это ВСУ нанесли удар по нашей колонне с координацией по наводке американцев? К вопросу о том, да. Я просто вот, Франц Адамович, опять, поскольку вы эксперт, а я в этом мало понимаю. Я вот задаюсь вопросом. Вот интересно, если бы, когда американцы вошли в Ирак, если бы мы просто так, ну, арендовали бы чего-нибудь Хусейну, и артиллерию Хусейна наводили на американские колонны. Это бы как бы считалось, типа, или это другое? Это другое, я объясню. Давайте. Значит, сегодня, чтобы вы понимали, из
разведывательных спутников, которые имеют нагрузку оптическую или радиоэлектронную, позволяющую на местности в реальном режиме времени дать оценку, какая это техника, гражданская или военная. Угу. Сегодня около 100 военных разведчиков всего мира. И 500 спутников дистанционного зондирования Земли коммерческих, которые работают, которые могут быть использованы. У американцев всего, чтобы вы понимали, говорить, я даже без включения европейских там и других спутников, 250 практически разведывательных спутников. Из 500? Из 500. 250. Ну, неплохо у них так. Да, это очень. Там 140 китайских, там это понятно. Так далее. Там. И вот эти 250 в режиме реального времени поставляют развединформацию тем, кто сейчас... Там есть особенность. Там есть спутники, которые дают разрешение от метра там, до 50 метров. Так. И по этим спутникам можно по-разному дать оценку. Ты видишь колонну, но ты не можешь определить, какая. А вот разведывательные 34 спутника, которые есть у американцев, они дают разрешающую способность от 15 до 30 сантиметров. То есть буквы Z они, в общем, они видят буквы все. Z, они четко читают. Определяют, какая техника, какая колонна идет, какое у нее в реальном режиме времени, какое у нее охранение, какая скорость, и они в состоянии дать координацию Франц на перехват. Смотрите, я уже впечатлился техническими возможностями их спутников. И теперь мне еще интереснее узнать ответ на мой вопрос. Так если такого рода координация до буквы Z с американских спутников идет в СУ, это с точки зрения военных людей, да. Это является какое-то слово. Это соучастие в военных действиях. Они не соучаствуют, они координируют и управляют этим процессом. Ага. И ПСАКИ сегодня на весь мир в этом созналось. Ну, Псаки и Зеленский, это, мне кажется, два сапога пара. Этот про ядерное оружие, это про разведывательную информацию. Они сдали все стратегические планы, которые были, из того, что было задумано на Украине, для чего она использовалась, как Украина, особенно за последние 8 лет, превратилась в страну оружия. И мы сегодня, исходя из того, как появляются эти данные, постепенно выходит, понимаем, насколько грамотно и своевременно было принято решение России о спецоперации. И вот теперь возникает вопрос. Все-таки ПСАКИ, это как Зеленский, который тупо проболтался? Или ПСАКИ, когда фактически публично признается, что США соучаствует в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, она выполняет какую-то другую задачу? Это психологическая атака на нас, подобно тем действиям в экономической сфере, которыми Соединенные Штаты Америки воюют против нас, это то же самое. И у нас есть спутники, как я понимаю, надеюсь, для уборки с орбиты космического мусора. Хороший оговор. Я думаю, что правильный ответ, но я же не могу знать, правильно? Я же гражданский человек. Очень интересно. И нужно просто обратиться к американским, как это, партнерам, да? И вежливо попросить поберечь свою спутниковую группировку для, может быть, чего-нибудь более серьезных вещей, чтобы этот мусор с орбиты ненароком не убрали. То есть так по-вежливому зайти, вы считаете? Очень по-вежливо. А вы говорите, вторая вещь, Михаил. А вторая вещь заключается в том, что на Украине против нас воюют не только американские спутники-шпионы. Там уже прибыло большое количество частных военных компаний. Прибыли они, как я понял, самолеты, которые не сбивали при подлете, соответствующим украинцам. Ну, хорошо. Куда они могли прибыть самолетами? Там аэродромов нет. Нет, они прибывают наземным транспортом. Значит, они прибыли наземным транспортом, Михаил который не уничтожили. До войны было. До войны. После войны они уже не прибывали. После войны уже не прибывали. Но все равно они там есть. Они и наверняка там есть спецслужбы и английские, это правда. Как минимум. Вот, Михаил, спецслужбы и спецназы. Давайте вот тут вот офицеры спецназов, и это как бы часть войны неотъемлема. Мы прекрасно понимаем, что на любом театре военных действий, конфликтов, есть наши спецы, есть наши разведчики. Это другая часть. Но вот но военная... по ним нужно бить специально и да, точно, но вот, потому но что вот они это, являются вы говорите, что у нас есть какой-то другой конечно, ответ. Конечно, вы же понимаете... вы объясняете. Нет, сейчас я объясню. Значит, когда появилась действительно информация о том, что американцы будут поддерживать развединформации, то, конечно же, мы это приняли соответствующие меры. Во-первых, у нас есть станция, которая контролирует космическое пространство, идентифицирует спутники. С
спутники, они не меняют орбиты, они всегда летают по определенным законам, то есть каждый раз над территорией пролетает определенный спутник, который, да, снимает информацию и должен передавать. Но у нас в составе частей, которые сейчас там идут, есть комплекс РЭП, который портит им эту информацию, и он, радиотехническая разведка, она дает работу радиотехнических средств, это глушится. Если мы говорим про оптико-электронную разведку, то воздействие идет непосредственно на сам спутник. То есть его оптические средства не получают ту точную информацию, которую он проходит. То есть там происходят некие сбои в аппаратуре, и он перестает, ну то есть не дает исчерпывающую. То есть мы их, вот в том месте, не можем так влиять. У нас есть такие средства, и это я вам говорю авторитет. Теперь по поводу наемников, которые прибывают на территории Украины. Они сейчас прибывают в западной области Украины наземным транспортом. Значит, концентрация сейчас идет в районе Ивано-Франковска, так. Где они там части западного, скажем так, округа, если так условно назовем, там порядка 50 тысяч военных насчитывалось. 50 тысяч, как это, насколько на самом деле, это другой вопрос, но там были замечены и Порошенко, и Поруби, и этот Турчинов, то есть они там обозначились, свои позиции. То есть Порошенко точно... вообще вчера, я видел, светился во время эвакуации людей из Киева, может, но, конечно, но вы посчитайте, сколько там от Киева до Ивано-Франковского вполне мог туда переместиться. Это, в общем, не быстро, понятное, я не знаю, зачем дело, там нужен Порошенко. Есть старая тактика, когда вы знаете, когда летит спутник. Так. В это время ставится средство маскировки и прекращается радиообмен. Ага. То есть спутник пролетает и ничего не находит. Все понял. Но у нас все части имеют такую вот... У нас наши части, да, я вот не знаю насчет частей, которые ЛНР, ДНР. Ну, хотя я думаю, знаю, что нет. Собственные... Конечно нет. Нет, конечно, они делали собственные комплексы РЭП, но это были комплексы РЭП тактического уровня. То есть у частей ДНР, ЛНР этого пока нет. То есть, грубо говоря, в районе битвы с главной группировкой американцы как бы все видят, а закрыться нечем. Правильно понимаю? Только коротко, очень коротко. Смотрите, мы все это сейчас серьезно обсуждаем. Проблема в том, что американцы это делали с 2014 года. И, извините меня, этого и не скрывали. Потому что они поставляют разведывательные данные абсолютно точно. Там не было российской армии, понимаете ли, с 14-го. Российской армии не было, ну так вот. Они как поэтому, были там, поэтому, как прикрывали у них Украину. Понятно. Так вот, и прикрывали. Под Черкасами это... стоит центр, куда они все сбрасывают. Всю информацию. Сейчас прервемся на рекламу, есть еще много интересных вопросов, не переключайтесь. Матери, где сахалинцы возложили цветы, отдав дань уважения родителям солдат, исполняющих свой долг в ходе спецоперации. Память павших почтили минутой молчания. Кирилл Бортников, Максат Сапрагильдыев, Дмитрий Комов, Елена Галеева. Вести. У православных христиан сегодня прощенное воскресенье. День духовного очищения перед началом Великого Поста. Сегодня по традиции принято просить прощения у своих близких за причиненные обиды. В Московском храме Христа Спасителя божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей проповеди он коснулся событий, которые происходят на Украине. Нужно молиться о тех людях, чтобы Господь помог им сохранить веру православную, не поддаться искушениям и соблазнам. Одновременно мы должны молиться о том, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы перестала литься кровь наших братьев и сестер, чтобы Господь преклонил милость свою к многострадальной Донбасской земли, 8 лет несущей на себе эту скорбную печать, порождаемую человеческим грехом и ненавистью. Ее позывной «Чайка», ее называл так сам Королев, девиз – «Небо, сними шляпу». Она выбрала его сама главным принципом своей жизни. Юбилей сегодня отмечает Валентина Терешкова. Свою поздравительную телеграмму направил Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля. Президент отметил личный вклад Валентины Владимировны в укрепление авторитета России как космической державы, значимую общественную и законотворческую деятельность, силу духа и ответственную гражданскую позицию. В 1963 году Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. И с тех пор
единственный, совершивший орбитальный полет не в составе экипажа, а в одиночку. Она герой Советского Союза и полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Сразу после нашего выпуска смотрите «60 минут» с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым. Даже в выходные мы остаемся в эфире. Смотрите наш специальный воскресный выпуск. Все, что происходит на Украине и в мире в режиме реального времени. Не пропустите. И в завершении выпуска срочная новость. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин заявил Эрдогану, что спецоперация России по защите населения Донбасса идет по плану и в соответствии с графиком. Другие подробности разговора мы сообщим уже в нашем следующем выпуске «Вестей» в 16 часов по московскому времени. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте смотрим.ру. А сейчас передаем слово в студию 60 минут. Спасибо за внимание. Я Мария Сивкин. Увижусь с вами в 16:00. Самым главным, мы продолжаем наш специальный эфир. Итак, на 11-й день операции России на Украине Запад решил неожиданно сменить тактику. Загибаем пальцы. Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что страны НАТО не ставят под сомнение величие России, не испытывают к нам враждебности и не собираются воевать за Украину. Следом выступил глава Евросовета Шарль Мишель и заявил, что ЕС не станет спонсировать отправку Киеву боевых самолетов и признал, что в Евросоюзе есть разногласия по поводу вступления туда Украины. Глава Генштаба США генерал Марк Милли заявил, что у НАТО нет планов по установлению бесполетной зоны над Украиной. Ну и вишенка на этом торте – обращение Байдена к гражданам России. Говорит, что мы для США не враги, а друзья. Неожиданно. Неожиданно, а также цинично, в том смысле, что во всех абсолютно доктринальных документах Соединенных Штатов Америки Россия официально значится именно врагом, никак не иначе. Ну и еще хочется спросить, где вы были раньше, товарищи, друзья, господа, ведь могли всего-навсего выполнить наши требования по безопасности. Вместо этого Украину превратили в расходный материал. Российская армия за все время спецоперации уничтожила уже 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Успешно продвигается операция наших военных по блокировке украинской столицы. Колонны российской армии прикрывают самолеты ВКС. Они полностью завоевали господство в воздухе. Первые эксклюзивные кадры работы наших Су-34 в небе над Украиной и продвижение войск в сторону Киева. Смотрим. Это уже Киевская область. Наша съемочная группа продвигается вперед вместе с бойцами подразделения армии России. До украинской столицы около 20 километров, но сейчас это, пожалуй, самый тяжелый отрезок пути. Бронетехнику, грузовики с личным составом прикрывает армейская авиация. Над нами пара К-52, на армейском сленге крыша. Летчики ведут разведку, готовы открыть огонь в случае нападения противника. Эвакуацию мирного населения блокируют боевики формирований территориальной обороны, формируют живой щит. При этом боевики нацбатов, сторонники давно ликвидированных пособников Гитлера, используют террор, убивают мирных жителей, которые поддерживают действия России. В гражданской одежде нападают на колонны снабжения российской армии, устраивают засады в ночное время. Все это замедляет продвижение российских бойцов, но не останавливает. Подразделения армии России уже, что называется, приобняли украинскую столицу. И окружение формирований, лояльных киевскому режиму, дело времени. Простой быт националистических батальонов. Прокопаны окопы, довольно глубокие, ходов много. Вот еще трофеи остались. Они это только бежали. Бежали в спешке, а на самом деле они пытались сопротивляться здесь. Вот их разбили здесь. Гранаты для подствольника здесь, по всей видимости,
Командир подразделения располагался в небольшое помещение на одного человека. Украинские националисты здесь базировались, вот такой узнаваемый знак. Но в этом месте они вреда уже никому не принесут. Отброшены, разбиты и бежали, кто смог уцелеть. Прямо в центре Анатолия. БМП. Вот там пусто. А вот в том десантном отсеке, я не знаю. Да, бежали быстрее собственного визга. Смотрите, в Андреевке что нашли. Это БМ-21 от Града. Не подходите к ним. Наши уезжали. Эти следом приедут и давай нас молотить. И так летит прямо на поселок. Ну кто ж нормальный на поселок стреляет, а? Заберут! Не подходите только! БРДМ украинский, вон, смотри. Как настроение боевое? Страшно? Нет, я боюсь за своих людей. Я хочу их привезти домой. Одни обычные шахтеры, которые взяли свое оружие и готовы защищать свою родину. Украинцы лупили по селу, убивали народ. Зайдите к нему сейчас дом. Я сам был ночью. Там встал и бил по этой ноции. Оттуда и оттуда. Убивали народ конкретно. Теперь давайте в Мариуполь. Командование ДНР сегодня вновь открыло гуманитарные коридоры. Город, где фактически произошел крупнейший захват заложников в истории. Нацисты из полка Азов удерживают по меньшей мере 200 тысяч мирных жителей. Только что въехали первые эвакуационные автобусы. Очень хочется надеяться, что сегодня украинские нацбаты начнут таки выпускать мирных людей. Верится, правда, в это с трудом. Едва эмоции, которые вот эта вот пожилая женщина, которую, я так понимаю, каким-то образом вышла, или это она в освобожденных районах, вот вы просто послушайте ее эмоции, послушайте ее рассказ о том, как, так сказать, с ней общались захистники, что они ей общали. Из этого очень ярко тоже видно, что для азовцев украинцы отсюда никто. Просто послушайте эту женщину. Скидняки, все. Я их просила на коленях с племянником с подвала. Спасите нас, садить, мы вас достанем из Вицы. А потом как начали лупить, и так они выкатали весь район ПМК, весь. Они, будь они проклятые, вместе с этим зеленым трубом. У меня в Волновахе осталась дочка и четверо детей. Маленьких, 19, 12, 10 и 5. Вы знаете, во имя мира, во имя всего живого на земле, дайте мне автомат, я пойду его сама убью. Только пусть все останутся, чем виноваты вот эти дети, чем виноваты мои внуки, объясните. Она не понимает, ей все равно, как и что. Так и так с людьми не поступают люди, так даже звери с людьми. Людей против людей. Это женщина, гражданка Украины, которую, если кто не понял, говорит про защитников, да, про героев вот этих вот украинских, которые вот это все ей говорят, сидите в подвале, мы придем с вами разберемся. Это же огромная трагедия украинского общества, которую 8 лет оно не хотело замечать, и, к сожалению, теперь ее пришлось заметить вот таким, к сожалению, страшной кровавым, ценой. Ужасным, страшным, сердце разрывающим образом. Мы сами немножко путаемся, извините, потому что сами немного путаемся в определении. Дело в том, что мы говорим, вот националисты, фашисты и нацики, как будто это одни и те же явления, которые описывают вот одних и тех же людей. Не так. На самом деле национализма на Украине настоящего нет. Он когда-то был, знаете, многие века тому назад, был в 20 веке. А сейчас это декоративный элемент. Ну, сами понимаете, какой национализм, если его основатели, простите, да, это господин Коломойский и господин Корбан, финансисты и основатели, оба граждане Израиля, а покровитель с точки зрения государственности, некий господин Аваков, ну, армянин, да, по происхождению. Русскоязычный. Это всего лишь, вот нацики на Украине есть, и вот нацики сейчас с нами сражаются. Да? Действительно, но для этих нациков, русскоязычные. Вот эти вот женщины русскоязычные, они для них кто? Для них они... Нет, вот они сами, вот эти нацики, они считают себя уберменшами, их убедили в том, что они уберменши Восточной Европы. И если они послужат своим американским хозяевам и их гауляйтерам,
которых американские хозяева наняли, послужат им хорошо, то они получат возможность стать властителями унтерменшей. Их убедили в том, что русские и украинцы тоже, и великороссы, и малороссы, это ничто и никто. Их убедили в том, что вот они вот конкретно избраны. Это нацизм, который выражается прежде всего в форме конкретной русофобии. Вот что происходит на Украине. Я, кстати, помню картинку 14 или 15 года, когда с убитого одного, значит, вот этого нацбатовца сняли форму, на которой было написано «рабовластник», «рабовладелец». Я помню там даже синхрон этого ополченца, который говорит, ну вот типа того, что отвладелся. Знаете, на самом деле еще одно явление, ну тут много есть о чем говорить, но еще одна вещь, которая, я думаю, уже в большей степени для украинцев многое скажет или покажет о характере их государства, это тот же самый Мариуполь, откуда не выпускают обычных людей, вот этих женщин, матерей с детьми, а вот людей с деньгами за хищники выпускают. Ну, это вам для понимания того, что за страна. Вот эта переписка украинских граждан, которые там сейчас в Мариуполе находятся. А это съемки этих же граждан, которые, видимо, теперь только, к сожалению, начали понимать, что у них за государство. Смотрим картину. Все понятно. Ну вот так. Это очень грустно, что это такое кровавое прозрение, но оно рано или поздно должно было наступить. То есть здесь стоят эти люди с детьми, которых не выпускают и держат в заложниках, а вот за деньги можно, и это служащий, это не бандит формально. Это человек, это полицейский, который выпускает из заложников тех, кто заплатил. И это часть украинского этого государства. Вот о чем разговор. И я не знаю, что еще тут. Это я еще раз говорю, это не государство, это внутренняя оккупация, это выполнение неоколониальной администрации чужих задач за счет Украины, ее ресурсов и ее народа. Исключительно. Они не связаны с этой страной абсолютно никак. Они думают, надеются, что чем больше они послужат своим заказчикам и кураторам, те их заберут. Может получиться так, как в Афганистане, в Кабуле, но они в это не верят. Извините меня, они уверены, что их не самолетом, так они пешком уйдут. Вы знаете, на самом деле вот эта ситуация, она же уже один раз была. Она уже один раз была в 43-м году, когда большой народ, большой русский народ, который состоит из русских, чеченцев, дагестанцев, мордвы, бурят, когда он пришел на помощь украинцам, да, это было очень тяжело, но мы это сделаем. Так что работайте, братья. Ну, а когда наши братья работают, ну куда же без братьев бурят? Так что ажалах, икты, бурят, хубудут. Работайте, братья буряты. Новости на Первом канале, после этого вернемся в студию.
гикающий наш Михаил Сергеевич. Произошло боестолкновение между боевиками нацбатальона и украинскими же военными. И сегодня появились новые кадры, на которых взяты в плен солдаты ВСУ. Те, кто добровольно сложил оружие, отказавшись воевать за киевский режим. Их доставили на территорию ЛНР, обеспечили питание, водой, дали отдохнуть и, главное, позвонить родным. Как только завершатся боевые действия, всех отправят по домам. Алло, привет, мам. Ты, главное, не переживай, я сейчас нахожусь в ЛНР. Со мной все хорошо. Не волнуйся, я скоро буду дома. Привет. Все хорошо, жив-здоров, не переживайте, кормят, поят. Нет, это на самом деле так и есть, мам, честно говорю. Я тоже думал, что будет все печально. Алло, мама, это я. Я жив, все хорошо. Ты не плачь, ты успокойся. Все хорошо, нас выпустят. Гуманным отношением удивлены многие сдавшиеся солдаты и офицеры ВСУ. Реальность, судя по всему, оказалась совсем не такой, как им внушали собственные командиры. Сами привыкшие обращаться с пленными крайне жестко, украинские нацисты берут пример с карателей времен Второй мировой. В нашем Минобороны ранее уже заявляли, что те, кто издевается над пленными, а также их начальники, будут найдены и сурово наказаны. Украина уже долгие годы занималась изготовлением грязной, то есть радиоактивной бомбы, а также модернизировала ракеты для доставки ядерного оружия. Об этом сообщил сегодня источник в одном из компетентных ведомств России. Имеющаяся информация подтверждает, что от обладания ядерным взрывным устройством Киев отделяли считанные месяцы. Работы над грязной бомбой велись в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, там повышенный радиационный фон, и он служил маскировкой. Когда Россия начала специальную военную операцию, Киев попытался замести следы. С подробностями Дмитрий Кочетков. Украина была очень близка к созданию ядерного оружия. Сообщения об этом с пометкой «Молния» сегодня появились на лентах информационных агентств. «Интерфакс» ссылается на источник в одном из компетентных российских ведомств. Сразу после присоединения в 1994 году к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Порошенко, в то время президента страны. По данным информированного источника «Интерфакса», так называемую «грязную бомбу» пытались изготовить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Велись работы по выделению плутония, но из-за повышенного радиационного фона, естественного для Чернобыля, это было незаметно. Такая площадка, конечно, подходила, как Чернобыльская атомная электростанция. Можно было проводить операции, которые бы, даже если выделяли повышенную радиацию, то это не вызывало бы у кого-то сомнений или опасений, тем более не привлекало бы взоры МАГАТЭ. Первоначально речь шла о возможности создания так называемой грязной атомной бомбы, то есть начинения боеголовок ракет радиоактивными отходами. Напомню, что Украина имеет парк, доставшийся еще со времен Советского Союза, оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У». С приходом уже к власти Владимира Зеленского рассматривался вопрос создания полного цикла разработки и производства ядерных боевых зарядов. Называет источник и украинские научные центры, которые участвовали в этом проекте. Это Институт проблем безопасности АЭС Чернобыля, Харьковский физико-технологический институт и Львовский институт физики конденсированных систем. Для ускорения этих научно-исследовательских опытно-конструкторских работ из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в украинском случае не обошлось без участия Вашингтона. Как утверждает источник, изготовить ядерное взрывное устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев. Разумеется, работы были засекречены. Но совсем недавно Киев заявил о своих амбициях публично. На конференции по безопасности в Мюнхене президент Владимир Зеленский фактически пригрозил, что Украина может вернуться в ядерный клуб. Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Организовать их поручено министру иностранных дел.
Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантии безопасности Украины, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение. Судя по новой информации о работе над бомбой в Чернобыле, заявление это было не случайным. В Кремле сразу отнеслись к этому очень серьезно. Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам, и хочу сказать, что мы их услышали. Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно хорошо и хорошо. Значит, там не хватает только одного – систем обогащения урана. Но это вопрос техники. В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду. Потому что от 110 можно поднять дальность до, не знаю, до 300, до 500, ну и все. И Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. И мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьезным образом должны и будем к этому относиться. Но для попытки войти в ядерный клуб одной бомбы недостаточно. Нужны средства доставки или, проще говоря, ракеты. Как сообщил все тот же источник Интерфакс, украинские предприятия Южмашзавод и КБ Южно договорились с Турцией о разработке мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 километров. Разработка другого ракетного комплекса шла уже на средства Саудовской Аравии. Для испытаний выбрали ракетный полигон Алибей в Одесской области. Вы прекрасно помните, сколько военных предприятий находилось на территории Украины. И какое количество военной техники, высококачественной, в свое время, в советское время, делали украинские предприятия. Да, многое было разворовано и утрачено, но все равно школу никто до конца не убил. Конечно, столь масштабный военный проект – это оборудование и чертежи. По словам информированного источника, всю ценную документацию в научных центрах Киева и Харькова уничтожили или вывезли на запад страны, в Национальный университет Львовская политехника. Дмитрий Кочетков, Евгений Стефанчук, Первый канал. Между тем, волна бесчинств и мародерства захлестнула украинские города. Средь бела дня, пользуясь хаосом, грабят не только аптеки и торговые центры, даже церкви. Причем участвуют в этом и те, кто был назначен охранять порядок. То, что еще недавно казалось дикостью, сейчас часть повседневной жизни. Например, самосуд на улице. Петр Дерягин продолжит. Люди, господи, это не люди, это зверьё. Редкие выкрики против никто не слушает. Мародеры продолжают вытаскивать из магазинов через разбитые двери и витрины коробки, пакеты, целые корзины награбленного. Среди тех, кто не прочь поживиться, женщины, кто-то приходит с детьми, много подростков, которые со смехом и искренним непониманием объясняют свои мотивы. А что такого? А зачем ты берешь? Ну все берут. Все берут? Так, не, я могу оставить, но мне не надо. Смотрите, два телека хапанул. Самая необходимая вещь в доме. Смотри, он не может нести, а все равно надо. Свое ж. Вот это люди называются в городе Херсоне. А вы имеете право снимать? Мародерство на Украине действительно достигло огромных масштабов. И в это втянули сейчас сотни и сотни украинцев. Выносится все подчистую, не под покровом ночи, просто среди бела дня. Из небольших магазинчиков, крупных торговых центров, аптек. Что творите? Вас же есть вещи, люди. Вы завтра пойдете убивать друг друга. За кусок хлеба, за кусок шампанского. Все это сопровождается многочисленными конфликтами и потасовками. Кто-то отгоняет людей от зданий с оружием, которого сейчас на Украине, к слову, много. У всех. Зеленский в своем обращении накануне говорил о том, как невероятно сплотился народ во всех городах. Миллионы людей. Миллионы людей стали одним целым. Украинская экзекуция – незатейливая процедура. Скотч, пищевая пленка, столб или дерево. Приступить к исполнению наказания. Пойманных мародеров местные жители и представители так называемой территориальной обороны карают на месте, как в средние века. Воды тебе еще на голову налить сейчас. Да. При этом территориальная оборона, избив до полусмерти очередного неудавшегося вора, после идет грабить сама. На этом видео молодчики выносят награбленные вещи из церкви и призывают делать так по всей стране. Зайшли в церкву, двоглаві орли,
От, і харчі, бачите, церкви, знаходьте кладки, вони всі запаковані. Продолжается и планомерное вычисление в своих же рядах. Диверсантов, предателей, любое неосторожное слово, и вот ты уже привязан к стулу и избит до полусмерти. Так случилось с трехкратным чемпионом Украины по самбо Максимом Рындовским. Вот так будет со всеми. Все парень. Да, а в ДНР кто катал? Его избили за то, что он якобы тренировался в клубе «Ахмат» и, по словам истязателей, посещал Донбасс. В своей речи накануне Зеленский также обратился и к жителям ДНР и ЛНР. Появилась братская риторика. Мы всегда считали вас своими, не обижали никогда. Но реальность, видимо, работает как-то по-другому. Свои-то свои, но даже намек на любую связь. И итог известен. Скотч, стул, тяжелые удары, а то и что похуже. Петр Дерягин, Алексей Козлов, Первый канал. Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что российский лидер Владимир Путин решил, внимание, вторгнуться в Россию. Фрагмент интервью главы Белого дома был опубликован на YouTube-канале американского историка и тут же разошелся на цитаты. Как мы дошли до такого? Путин берет и вторгается в Россию. Подобного не было со времен Второй мировой. Ну, затем Байден все-таки поправился. Тем не менее, за последние несколько дней это не первая его заметная оговорка. В обращении к Конгрессу с ежегодным посланием он назвал украинцев иранцами, за что был также высмеян в социальных сетях. Нынешняя истерия на Западе во многом обусловлена тем, что там старательно игнорировали процесс превращения Украины в питомник нацизма. Хотя, понятно, это было еще много лет назад. Издание Daily Mail опубликовало статью известного британского журналиста Питера Хитчинса, в которой он делится своими впечатлениями от поездок в Севастополь и на Донбасс в 2010 году, когда они находились под властью Киева. Хитчинс пишет, что был поражен, как на Украине обращались с русскими, тем более в городах, где их было абсолютное большинство. Их пытались заставить забыть свой язык, а в школах преподавали историю с антироссийским оттенком. Уже тогда, по мнению британского журналиста, было ясно, чем может закончиться националистическая политика Украины. Слышал, как один уважаемый член парламента предложил депортировать русских, всех до единого. Слышал также психов, призывающих организовать над Украиной бесполетную зону. Если это случится, в Европе немедленно вспыхнет страшная война. Эти люди даже близко не представляют, что они могут накликать. Нельзя ли обойтись без этого карнавала лицемерия? Я в нем не участвую, потому что слишком много знаю. Я знаю, что политика расширения НАТО, а мы обещали русским не расширяться и прекрасно знали, как их это взбесит, сыграла свою роль в создании этого кризиса. Мораторий на проверки для бизнеса подготовят в самые сжатые сроки. Уже к 9 марта внести проект постановления к этой дате поручил Михаил Мишустин. Разработкой документа займется Минэкономразвитие. Также предстоит решить вопросы, связанные с продлением разрешений и лицензий. В правительстве подчеркнули, эти инициативы лишь часть целого комплекса мер, которые направлены на то, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечить устойчивость экономики в условиях санкций. Центробанки разъяснили, как в России будут работать карты Visa и MasterCard. Эти международные платежные системы ранее сообщили, что приостанавливают работу в нашей стране. Так вот, на территории России карты продолжат действовать в обычном режиме до конца срока. Ими можно расплачиваться, доступны переводы и операции в банкоматах. В ЦБ уточнили, внутри страны все действия обрабатываются в национальной системе платежных карт, и санкции на это не влияют. А вот переводы за границу станут недоступными, не получится что-то купить в иностранном интернет-магазине. Ну и в зарубежных поездках карта превратится в обычный кусок пластика. В Центробанке при этом напомнили, что в некоторых странах принимают нашу карту МИР. Владимир Путин тем временем принял еще одну меру в ответ на западные санкции. Долги перед кредиторами из недружественных государств, регионам и компаниям теперь разрешено возвращать в рублях. Указ подписан. Россияне этой ночью не смогли вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха в Москву рейсом уральских авиалиний. Он был отложен, и, как объяснили в нашем посольстве, это связано с тем, что Евросоюз закрыл для российских перевозчиков свое воздушное пространство. Сами пассажиры сейчас остаются в гостиницах, а власти Египта разрабатывают альтернативный маршрут. Для вывоза наших соотечественников планируют привлечь местную авиакомпанию. Дипломаты также подчеркивают, что задержка вылета не вызвана арестом самолета по запросу зарубежных лизингодателей. На этом наш выпуск завершен. Информационный канал на Первом продолжит программа «Время покажет».
Здравствуйте. Программа «Время покажет» продолжает работать в прямом эфире. Уже 11-й день мы обсуждаем с разных сторон, и этих сторон все больше и больше, ход специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Хотя уже совершенно очевидно, что это специальная военная операция, которая проводится на Украине. Но Украина – это лишь маленькая клеточка в той огромной комбинации международной, которая сделала эту операцию необходимой и необходимой срочно. Здесь и ядерные планы киевской власти, здесь и гуманитарный фактор, здесь и фактор нацизма, который там давно пустил корни. Это и игра разных международных игроков. Обо всем об этом мы поговорим, но все-таки есть один фактор, который, мне кажется, важен для большего понимания и нашими зрителями, в том числе теми, кто все эти 8 лет следил за тем, что проходило на Донбассе, и что делали украинские ВСУ, и мы про это 8 лет говорили. Но я вам честно признаюсь, даже многие люди, которые, в общем, все понимали, вот при словах, что вот это вот там нелюди, нацисты, что это вот античеловеческая идеология, и для них украинцы никто, но они казались как-то за 8 лет, они так немножко, знаете, как вот как у Маяковского, слова у нас до важного самого, привычку входят, ветшают, как платье. И многие уже, знаете, вот, ну давайте честно, даже у нас, уже говорили, ну да, да, конечно, нацисты, мы все помним, нацики. Такая некая была ирония. Многие граждане Украины не знали про это ничего вообще. Кто-то абстрагировался, кому-то промыли мозги. И вот теперь 11-й день, мы все находимся в состоянии вот этого, ну, у кого-то избавления от иллюзий, у кого-то понимания того, что все даже хуже, чем мы себе представляли. Вот Мариуполь. Полумиллионный город, который защищают украинские герои от оккупантов. Они его, значит, защищают от оккупантов, а там есть мирное население, которое, как было обсуждено на переговорах в Киеве представителями украинской власти, ну, как бы представителями, как бы власти, которым должны быть предоставлены гуманитарные коридоры. В Мариуполе сидят люди, для которых, видимо, договоренности украинской власти ничего не значит. Вопрос только в том, они для нее сейчас перестали что-то значить или не значили никогда. Это вопрос про истинную психологию этих людей, про которую мы привыкли говорить, да, это нацики, да, это нацики, да, это нацисты, да, это ублюдки, да, это не человек. А теперь пошла человеческая история, разрывающая сердце. И да, и нам, и украинцам полезно, больно, но полезно послушать, например, радиоперехват переговоров бойца правого сектора и какого-то командирчика этого правого сектора по поводу мирных людей, граждан, напоминаю, Украины, которые пытаются покинуть район боевых действий, из которого они их не выпускают. А теперь послушайте тональность переговоров защитников Украины по поводу попытки граждан Украины выйти и спастись из района боевых действий. Там много запикано. Ну, думаю, что разберетесь. И титры читайте внимательно. А главное, сердцем слушайте. Заболит, но это полезно. Пожалуйста. Ага, я повал один прием. Ага, до связи. Біля 4-го дому бачу мирняк. Багато, з баулами. Хочу з'їхати по Сеперському коридору. Прийом, я чуюсь. Що роблять? Повтори. Мирняк, хочу з'їхати. Збираю сумки та тікаю, що робимо, прийом. Тормози їх, питай в хати, бля, хай там сидять. Ага, може не хай би. Ти що а то свої суки ловити будеш. Поки вони тут надрадували їх. Якщо будуть голову їх, пристрелю руки ноги. Як зрозумів, бля. Зрозумів, прийняв. Зрозумів, прийняв. Боєць правого сектора. Еще, видимо, вы чувствуете, он так говорит, ну, может, пусть текают, пусть идут. Командир правого сектора уже все. То есть ты что, мы будем отпускать мирных, нас здесь будут, значит, обстреливать, они будут сидеть? Теперь скажи мне, Игорь, поскольку ты с этим сталкивался, ты, я так понимаю, в Мариуполе и в подвале СБУ был, да. И, в общем, про этих ребят все понимаешь, скажи мне, не мне, нашим зрителям скажи, особенно тем, кто из нас сейчас вот к нам присоединился, вот не 8 лет назад, а 11 дней назад. И украинским нашим зрителям на освобожденных территориях, которые только сейчас к нам присоединились. Ты с этим ведь столкнулся намного раньше. Вот это, прострели им руки, ноги, пусть сидят тут вместе с нами, там, куда они собрались оттыкать. Это кто-то ведь скажет. Ну, это ожесточение боевых действий, люди, значит, вот это вот.
Или это что за люди, что за голова, что за идеология, что это за человеческий материал, вот этот правый сектор? Ну смотри, это люди, сформированные на этой войне и определенным образом идеологически подготовлены. И что интересно, что на Украине это шла и скрытая идеологизация, вот эта нацификация, то есть как бы и открытая была. И смотри, что получилось, да? Ведь ты правильно заметил, что для граждан Украины это вроде бы было незаметно. Это было заметно для политзаключенных Одессы, которые выходили из тюрьмы, их забивали битами прямо на заправках. Это было в 2019 году, когда одного парня выпустили в мариупольском СИЗО. Он в первый же вечер ему постучали в дверь, открыли, его застрелили из пистолета. Это вот Валера, которого обвинили в том, что якобы он наводил грады на Мариуполь еще в те времена, в 2015 году. Он только вышел, его облили зеленкой. То есть, облили зеленкой и сказали, мы тебя убьем и так далее. Его пытали, там плоскогубцами жали пальцы. Кораблина дяди Володи и Валериного сына брали в заложники. Это делали эти люди. Скажи, для них эти люди делали это, они стали такими почему? Вот мне вчера сказали, что в основном вот эти вот нацики, правосеки и так далее, это западенцы. Так все-таки это западенцы или это какие-то переделанные это переделанные, это вот эта вот работа, вот эта геббельсовская реально пропаганда, мы много на это говорили. Я тебе говорил, что кровавость событий, которые будут происходить на Украине, она возрастает с количеством той пропаганды, которая лилась в уши. Ведь они, вот даже я тебе просто приведу такой вот пример, чтобы наши, вот здесь на программе «Время покажет» очень долгое время, и ты помнишь мои какие-то эмоции, вот тогда, когда вот здесь стояли, вот тут Сережа стоял, да. Там и так далее. Мы говорили, что вот есть разные точки зрения. Какое-то действительно было время, когда Сережа тут стоял? Да, и мы, понимаешь, и мы говорили, то есть мы обсуждали, были разные точки зрения и так далее. Они обсуждают, например, стену, вот эту, которую Яценюк придумал между Россией, и они говорят, то есть они между собой спорят, но одни говорят, она должна быть металлической, вторые говорят, она должна быть железобетонной, третьи говорят, ребята, и эти украдут, мы сделаем эту стену. Но все говорили о стене. Все средства массовой информации, которые давали хоть какую-то информацию, их просто стерли. И вот эта вот пропаганда, вот, которая с Галичины пошла, и смотри, еще какой-то момент. Подожди, все-таки, ты говоришь мне там стену, не стену. Ну, в конце концов, Трамп тоже строит стену. Это еще не всегда человека ненавидящего. Это я как пример привел. Вот не самый лучший пример. Теперь смотри. Я тебя спрашиваю. То, что я здесь вижу, это проявление натурально человека ненавистнической идеологии. Идеологии, да. Возникает вопрос. Она взялась и насаждалась во всех, или это, как мы приняли считать, что это вот эти, которые совсем другие, чем эти, они просто пришли сюда. Я сейчас тебе покажу пример, смотри. Угу. Вот из Мариуполя. Женщина, явно местная, говорит по-русски. И захищник из Азова, судя по тому, как говорит, вероятно, западенец. Вот мы сейчас послушаем этот диалог, я тебе объясню, что я сейчас хочу. Вот, значит, она знает про гуманитарные коридоры, пытается выйти, она местная, и он с ней разговаривает. Оба украинцы, послушайте. Что не будет мы приехали по праздник, чтобы вас не обстрелял. Вы чуете, что это разбывается? Понимаешь, это люди как будто из разных миров. Я когда смотрю на эту картинку, я ее в сотый раз смотрю. Я не могу себе представить, что это вот одни граждане одной и той же страны, он с какой-то другой планеты. Но он западенец, да, слышно по разговору. Это они все там они такие? И на русском языке разговаривают. Многие в Айдаре, они разговаривали на русском языке. То есть это вот в какой-то степени и наше упущение. Что их сделало такими? Пропаганда. Чисто пропаганда. Пропаганда и чего? Пропаганда того, что Россия это враг. Россия это агрессор. И вот это по большому счету. И смотри, еще какой момент. Падал за эти годы, очень серьезно падал образовательный уровень на Украине. Они набирали, то есть и главное, что вот они набирают людей, это вот как у Полпота были вот эти 15-летние пацаны, которые расстреливали всю элиту и так далее. То есть это люди, которые... То есть они кладут эту идеологию туда, где нет ничего. Где нет ничего, да. А-а-а. Потому что вот смотри, я когда сидел... Это идея или деньги? Идея и деньги. Они покупают, а когда они попадают, вот, например, в тот же Азов, это же целые закрытые лагеря были. Со своей идеологией, построенной по определенной системе. С ними проходили политзанятия, их проводили, то есть, скрепляли кровью и так далее. То есть, это целая система была выстроена, которая курировалась, в данном случае, Азов. С одной стороны, говорят, что в Америке это запрещенная организация, а с другой стороны, это были западные кураторы, которые формировали именно вот полк Азов, эту систему. Понимаешь? То есть, Как ИГИЛ, да. То есть, по большому счету, обратите внимание, как мы уже который день выходим на разговор, и вот это сравнение с ИГИЛом,
Вот это промывание мозгов людям, которые находятся в каком-то своем идеологически абсолютно... Вот этот же вот боец на женщине, вот это вот с коляской. У меня такое впечатление, что он верит. Как с другой планеты. То есть она для него, помните вот этих игиловцев, которые вот это вот... Такое впечатление, что она для него не то, что не человек, она даже для нее не живое существо. Методология та же, методология. Это то же самое поколение, о котором коллега говорит. То есть там в башке больше ничего нет. У него есть поставленная задача, он ее выполняет. А здесь не только ИГИЛ, запрещенная в России организация, здесь еще я бы провел прямые аналогии с орденской системой германского нацизма, германского рейха. Да. Орденская система, она очень привлекательна, особенно для молодежи. Она мозги на всю жизнь деформирует. Просто, и даже человек орденская повзрослел. Замкнутая структура, которая кодирует определенное мышление определенным образом. Ощущение исключительности. И даже если человек... Да, на этом все базируется. Mm-hmm. Вот. Даже если человек покинул этот орден, он перешел в органы власти, пошел заниматься общественной работой, там, учить пошел других детей, все равно он себе это несет, как вирус. Как у Айдара была общественная организация. Да. И все равно это распространяет, как вирус. Вот мы столкнулись с COVID-19, вот это то же самое, только нацизм. Вот. И, к сожалению, нужны такие же вещи, как локдаун, как работа с молодежью, нужна санация и реабилитация. Mm-hmm. Поэтому Украину ждет, к сожалению, вот это то, что мы называем денацификацией, можно в очень длительного времени. Пример. Конкретный пример. Да. Это подвал, помнишь, когда меня в 2017 году не обменяли? Я сидел на подвале в городе Красноармейск, ныне Покровск, прямо в подвале. Ко мне приставили двух прапорщиков, они были западной Украины. Они ровно сутки со мной были. Я, так как не спал, был прикован к батарее 90 градусов. Вот эта теплоцентраль, которая идет внизу здания, которая разводит, то есть это самая большая температура. И я вот так вот стоял, чтобы, ну, потому что руки сварились бы. И вот мы с ними сутки разговаривали. Что бы я ни говорил, везде, о чем бы я ни говорил, я их везде в тупик заведу. То есть это люди, которые не знают истории. Это люди, которые не имеют ни методологии, ничего. У них чистые, промытые мозги. Методология вот там как раз есть. Нет, но только нет, она. Они как раз ею и пользуются. Но никаких исторических фактов. Потому что они, когда приводят свои, я всегда их заводил в какой-то тупик. И вы не знаете, что сказали? Вот таких, как ты, да, треба стреляти у першого. Да, но вот смотрите, мы же говорили об этом 8 лет. Но мы говорили именно, что это некий орден, что это вот там батальон Айдар, батальон Азов. И у нас, давайте сейчас скажем честно, у нас были некие, у некоторых из нас были некоторые иллюзии, что все-таки, как только начнется освободительная операция, окажется, что нацики отдельно, а некоторые, я, например, я все-таки считал, что ВСУ... Главный миф западной пропаганды сейчас, это то, что вся Украина противостоит России, это миф, этого нет. Да. Но на это идет, вот если вы заметили, все спикеры западные, там эксперты, пропагандисты, все, медиа, все... Украина в едином порыве сейчас противостоит России. Это миф. Но они это разгоняют. Мы должны сейчас шаг за шагом, факт за фактом разбивать этот миф. Потому что нацики – это болезнь. И болезнь нужно лечить. Да, но мы, конечно, должны разбивать этот миф, но мы должны в некотором смысле избавляться от каких-то иллюзий, потому что мне кажется, я все-таки повторюсь. Иллюзий нет уже. Мне кажется, что мы считали, что ордена существуют отдельно, ну, то есть, условно говоря, как СС фашистской Германии. А вермахт, ну, то есть ВСУ, это как бы, ну так, вот армия, конечно, армия государства, которая сделала Азов, Айдар, Донбасс и Днепр. Они же совмещены сейчас. Вот. Как и в случае вермахта и СС. И вот как раз важнейший вопрос, который, мне кажется, мы недопонимали. До какой степени эти люди с этой идеологией промывкой мозгов за 8 лет, сейчас поговорим про армию, хотя бы промыли голову армии. То есть до какой степени армия пропитана уже этой же идеологией или пропитана идеологией, или система устроена так, что она зависима, я думаю, что мы недооценивали. Безусловно, смотрите, вот за 11 дней операции стало ясно, что значит, вот стратегический ресурс и стратегическая инициатива Украины была сразу потеряна. Стратегический ресурс в виде систем ПВО, авиации, тяжелой бронетехники, артиллерии фактически утрачен. Там осталось, ну, где-то по каким-то сегментам половина, а где-то почти уже, ну, авиация там ее фактически нет. Та, которая появляется, очевидно, что это то, что было переброшено с территории Польши на запасные аэродромы. Остался мотивационный ресурс. Мы же о нем сейчас говорим как раз. Мы сейчас говорим о той степени, до которой этот мотивационный ресурс, нацистский, орденский и так далее,
до какой степени он проник в армию, которая, как мы себе, кажется, представляли, была им поражена не настолько глубоко. Нет, вы знаете, я вам скажу так, что в 2014 году действительно казалось, что это правда, что не сильно поражена. Ну, помните начало, когда ребята двинулись, я имею в виду та украинская армия, которая еще была вот той украинской армией, какие там остались части. Слушайте, они частями выходили на территорию России, сдавались, да, россиянам. Это раз. Во-вторых, а первое, что было, это была братания и сдача 10 единиц бронетехники. Да. Там БРДМ и БМП отдали тогда. Да. И все братались. Да. А что сделал этот мерзавец Турчинов, которого, я уверен, наша разведка найдет. Его уже ищут все разведки. Ну, только одни ищут, чтобы, да, а другие, спасти, чтобы, а другие, угу, чтобы, как бы судить. Ну, значит, он же, мерзавец, я еще раз повторюсь, отдал приказ, чтобы пролилась первая кровь. Ведь тогда все было неясно. Тогда было все неочевидно. А потом, я помню уже, через это какое-то время, уже август или сентябрь, они бьют по нашим позициям, перемирие объявили, значит, с ополченских позиций им говорят, значит, ребята, у нас же перемирие, а оттуда уже такой мат-перемата, типа, мы сейчас всех положим, вас сволочи православные. Это вот такой ответ был, да? Угу. То есть, смотрите, они очень быстро постарались через кровь уже перевести ВСУ, которая мнила себя, ну, армия, которая исполняет долг. Да. Прежде всего, присяга. Да. Потом все остальное. Идеология, чтобы не мешать. Правильно. И что потом пошло дальше? Нацбаты американцами и союзниками, значит, США по НАТО были признаны не очень хорошими организациями. Да, Конгресс. Азов объявили вообще там нацистской террористической организацией. Конгресс Соединенных Штатов Америки принимал решение не поставлять оружие нацбатам, потому что они понимали, что это нацистские организации. И тем не менее, что произошло дальше? Произошла амальгама, так называемая, когда нацбатовские и добробатовские подразделения были распределены по МВД и ВСУ. А МВД передали большую часть, понятно, ну, это Нацгвардия, там как угодно их можно было назвать, тот же Азов. И господин Аваков, который вот делал ставку на это все. А часть ушла в ВСУ. Но что сделали еще в ВСУ? Я добавлю. Послушайте. Они направили, вот это очень важный момент, некоторое количество националистов, нет, части, каждую часть по 20-30 и в части человек. В военное училище. Теперь возникает вопрос, ну, я понимаю, там, Турчинов, вот это вот все. Теперь возникает вопрос про сейчас. Вот мы знаем, что вчера был случай, когда часть ВСУ, в которой расстреляли командира, который хотел, чтобы не проливать кровь солдат, его расстреляли азовцы, из этой части нанесли удар по штабу этих азовцев. Как вы, только вот коротко, без, так сказать, идеологических экскурсов, как вы на сегодняшний день знаете, это единичный случай? Или ВСУ, есть шансы, что ВСУ потихоньку начнет как-то вот, ну, выздоравливать? Нет, это не единичный случай. Однако я дам оценку этой ситуации. Это не значит, что мы должны думать, что ВСУ-то вдруг неожиданно решили переходить в нашу сторону. Нет. Это связано с тем, что они друг друга всегда ненавидели. А теперь они решают свою личную ненависть на фоне общего вот этого военного хаоса. Угу, понятно. Ну, вот, соответственно, у нас еще с разных сторон много по этому поводу вопросов, вот по поводу того, как мы себе представляли ситуацию на Украине. Или те, кто ее хотел видеть лучше, чем она есть, или те, кто ее вообще не хотел видеть. Я помню же 8 лет этих разговоров. Вы задолбали эту Украину. Чего вы ее все время обсуждаете? Кому это интересно? Теперь оказалось, что у всей России, на всей Украине, в подвалах сидят с российскими паспортами друзья, однополчане, родственники и так далее и тому подобное, которые, видимо, не хотели этого слышать и слушать, и сейчас они сидят там, в подвалах, в Краматорске, в Полтаве, в Днепре, и все в ужасе, внимание, в ужасе пишут все сюда, ребята, сделайте что-нибудь, внимание, как быстро наступает прозрение, ребята, сделайте что-нибудь, если нас сейчас здесь с русскими паспортами найдут, нам... Как вы думаете, из того, что мы увидели и поняли за эти 11 дней, то, с чем мы имеем дело на территории, которая называется Украина, как многого еще мы не понимали или не понимаем, и что вы про это поняли за эти 11 дней? Я лично просто многое для себя открыл. Ну, это вы так поставили вопрос, что мне даже
неудобно отвечать так, как я хотел. А вы отвечайте и на какую-нибудь другую, все равно выйдем на смысл. Для меня тут нет ничего нового. Я не знаю, для кого открытие, что бандеровцы – это зоологические нацисты, которых немецкие нацисты презирали. Одну секунду. Вопрос, и многие сейчас это обсуждают, что ведь нам говорилось, что бандеровцы – это 1.5-2% дурачков. Вот в этих студиях это звучало. Персонаж. Да, фольклорный персонаж. Я сейчас скажу, я 1.5-2%. Для меня и все остальное, для меня никакого открытия нет. Но извините, я Крысько задал вопрос, должен сказать. Это первый. Второй. Вот этот разговор записанный, первый, который вы показывали, очень показательный. А почему бы вашему каналу не собрать в студии вот этих звезд, певцов, артистов, режиссеров некоторых московских театров, которые со мной здесь бывали и рассуждали о разном всяком, прекрасном и так далее. Прокрутить им эту... Да, и те, кто сказал, что зачем Россия остановит агрессию, мы за мир, а вы за войну. И пусть они прокомментируют услышанное. Вот они делали вид, что этого не происходит. Они делали вид, что они не знают, хотя они многое вполне знали. Кстати, по этим причинам и кормились в России, или жили в России, поддерживая связи. И продолжают кормиться и жить в России, и писать о том, что им стыдно, что они в России. Вот пусть они расскажут, что они думают теперь об этом. Теперь, особенно об этой ситуации. Ничего нового нет. Так и должно быть. Одна из причин. Да, и это проблема для вот этой дальнейшей денацификации. Потому что разговоры о том, вот вы все правильно говорили, я понимаю, что вы на себе это все испытали. И тут ваш опыт и мой опыт не может идти ни в какое сравнение. Но вы как-то говорили, вот это пропаганда, это пропаганда, это пропаганда. А кто вел эту пропаганду? Это что, из США прислали из Канады 5 бандеровцев сохранившихся или молодых прислали, и они эту невинную Украину распропагандировали? Нет, не надо со мной спорить, я же... Я с вами согласен, это было... На Украине жили бандеровцы, всегда... И бандеровцы. Да, естественно, и бандеровцы, да. Они получили власть. Для чего? Мы сейчас это много раз обсуждали, не будем сейчас об этом говорить. Поэтому... То, что они работают, то, что им позволили вести эту пропаганду, через государственные учреждения. Потому что бандеровцы могли написать учебник истории «Украина незалежная, где Россия агрессор». Но раздать по школам они могли только вот отдельные экземпляры. А когда это делает государство, тогда это поступает во все школы. Итак, бандеровцы бандеровцами... Их не так уж мало. И жило на территории Украины. Канадские подтянулись там позже. И в посольствах, и так далее. Там же каждый второй или третий в посольстве западных с этими бандеровскими корнями. Вот. А государственная машина была поставлена вот теми людьми, которые говорили, что мы европейцы, мы цивилизованные, мы демократы, в отличие этих от азиатов московских. Это вся машина государственная работала не с 2014, а с 91 года как минимум. А Запад это все прекрасно видел. Что на Западе нет специалистов по Бандере, что они не знают, что это расисты, что они ненавидят... И специалисты по бандеризации, так понимаю, есть. Ну и по бандеризации. И они прекрасно знают, что у бандеровцев три народа являются главными врагами. Евреи, поляки и русские. Позиции Израиля. Короче, сейчас нужно против русских направить, в том числе и руками поляков. Вот как это все работало. И прикрывалось Западом, распространялось государственной машиной Украины, скрыто или явно. А мы здесь, хотя это обсуждали многие, но такая позиция Москвы была, ну, я огрубленно говорю, может, рассосется. Да, вот. Кстати, по ядерным делам, кто вы показывали. Да. Они же думают, что они всегда самые хитрые. Что если Москва официально не выставляла им публично претензии... Ядерным делам мы вернемся. По ядерным этим разработкам. Это значит, они всех обманули, она не знает. Она знала. Но если я знал, то, наверное, знал и какие-то еще другие люди. Но претензии публично не выставлялись. А сейчас их выставили. И не только с перечисленными странами это все идет, естественно, тайно. И Зеленский здесь отнюдь не невинный мальчик. Ну, не, понятно. Да, он не мог запретить это, но он был в курсе. Вы знаете, за эти 11 дней, мне кажется, выяснилось, что я не знаю,
там мальчик он, не мальчик, винный или невинный. У меня такое впечатление, за 11 дней стало совершенно очевидно, что вот его как актером взяли, так он актером, играющим какую-то роль, не имеющий отношения к реальности, он ее играет. Так его, то есть его как использовали актером, так он им и остался. Записывает какие-то обращения. Здесь он играет, значит, трезвого Зеленского и бодрого. Здесь он играет усталого, значит, Зеленского. Здесь он играет хмурое утро, несет какую-то еще чушь. Но дело в том, что сейчас стало очевидно, что он вообще вне этого процесса. А тогда возникает вопрос, если... Артем, извините, Патрик, я говорил, а денацификация — это не такое простое дело будет. Это не так, что изъять это два вот. Рупора пропаганды, вот. Трех пропагандистов и вот это да. 6 тысяч бандеровцев. Вот. Кого-то изъять так, чтобы уже изъять, капитально изъять, ну там в тюрьму посадить, судить, а кого-то кого-то заставлять, вот. А кого-то перевоспитывать. И тогда для этого это мы должны будем ответить на вопрос, тысяч. Что под этой ширмой, а сейчас для меня все больше и больше очевидно, что так называемая украинская власть, демократическая, там, европеизирующаяся и так далее, это была некая ширма, под спудом которой происходило все то, что сейчас для всех стало очевидно. Хотя для Конгресса про Азов-то было и до этого ясно. Вопрос теперь, как мы понимаем, кто это и для чего это? Понятное дело, что Зеленского использовали и продолжают использовать прежде всего Соединенные Штаты Америки. Им нужен был лидер не очень сильный, не очень ответственный, но достаточно бесшабашный для того, чтобы помочь привести ситуацию к нынешнему состоянию. Чтобы это все выглядело так как бы современно, стильно, модно, молодежно. Да, это в чем, и вся вот эта вот клубящаяся... ошиблись те украинцы, которые голосовали за Зеленского. Ведь задолго до начала этих событий все у нас у всех друзья, родственники на Украине. Мы все общаемся. Как оказалось, у всех поголовно. У всех без исключения. И задолго до этих событий я много разговаривала со своими родственниками, друзьями, которые живут на Украине. И они были в глубоком разочаровании от того, что делал Зеленский. Они рассчитывали на то, что он приведет к миру. Они рассчитывали на то, что там будет демократия, что там экономическая ситуация улучшится. Их всех но ведь он же даже, он, у меня даже знакомые эксперты есть, журналисты, которые... Да они здесь стояли один, еще 11 дней нет, назад. Нет, все как один они заявляли о том, что нет свободы слова на Украине. Задолго до этих событий обвиняли в этом Зеленского. Всю Украину развели с Зеленским, развели на то, что нацики — это 1.5-2%, а вы типа живите с безвизом, с трусиками в Европу. И это все продолжало, вот эта вот вся квашня продолжала там лезть и развиваться. Для чего-то? Для того, что мы видим в том числе сейчас. О, для того, но, что мы видим внимание, в том числе сейчас. В западной политической тусовке, политологической, сейчас появилось нечто новенькое. Они говорят о создании правительства в изгнании. Mm-hmm. Это, пожалуй, не очень новенькое. Так. Но появляются такие экспертные мнения. А хорош ли Зеленский для нынешней ситуации? Mm-hmm. Или надо для правительства в изгнании искать другого лидера, который может быть более полезен? Использовали, выбросили. Может быть, Светлану Тихановскую по совместительству, ей все равно из Вильнюса чем руководить. В принципе, можно многими странами руководить, сидя в Вильнюсе. Но это судьба многих марионеток. Это судьба многих марионеток. Потом отправляют на... Но смотрите, ведь в серьезной... Утилизацию, скажем так. Да, уже достаточно серьезной западной аналитики стали появляться разговоры о том, что, возможно, Украину нужно разделить на несколько частей, потому что совершенно очевидно, что она была слеплена из разных несовмещающихся между собой частей. Но теперь пока все это, ну пока не все это станет вся эта проблема, что делать с этой очень разной, намного более разной и по-разному разной Украиной, она уже отчасти становится и будет все больше становиться проблемой нас. И нам в этой проблеме нужно начинать разбираться сейчас. Но я перед тем, как уйду на рекламу, я вам хочу показать. Ребят, запустите вот это видео вот со свастиками, где вот это вот ВСУ, нацбаты и так далее и тому подобное, которые вы крутили до этого. Вы знаете, вопросу об избавлении от иллюзий, мы ведь 8 лет это все показывали. Мы это все показывали. И я знаю точно, что очень многих было такое отношение, ну что вам, вы показываете нам вот эту фотографию, вы в 10-й раз нам показываете факельное шествие, вы в 10-й раз нам показываете, как они зигуют, какие они безумцы, как они фотографируются со свастиками, как они зигуют. Ну мы не хотим этого видеть, потому что, ну отпустите вы их, пусть живут. И вот теперь с этими людьми, которые зиговали, наши парни
Точно так же, как до этого наши парни в 43-м, освобождая Киев, рубятся там. Кому непонятно и кто проспал эти 8 лет и не хотел этого видеть. Эти люди все со свастиками сейчас держат в заложниках людей русских. В Мариуполе, в Харькове и не выпускают их из зоны боевых действий. И если у вас есть вопросы, от кого чистят Украину наши парни вот с этими буквами на технике, с буквами ВИ, ну значит вы слепые. И не только слепые. После рекламы вернемся в эту студию. Абвер привез какого-то раненого русского моряка. Нельзя допустить, чтобы Александров умер. У него в голове важная информация. Знаешь, как его будет охранять теперь? Но есть план. Диверсант. Крым. Смотрите после программы «Время». Температура и головная боль могут быть симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Сулподаинфаз с парацетамолом всасывается быстрее благодаря растворимой форме, помогая снижать температуру и бороться с различными видами боли. Сулподаинфаз для симптоматического лечения ОРВИ. Черкизова представляет. Клянитесь, не трогать ее до прихода гостей. Отборное мясо собственных ферм и натуральные специи. Невозможно удержаться, если можно съесть. Скажем, что это ты все съел. Хорошей колбасы должно быть много. Мясной блокбастер во все холодильники страны. Некоторые вирусы могут вызывать повреждения сосудов и тромбы. Именно сосуды являются основной мишенью последствий инфекции. Лекарственный препарат Ангионорм способствует восстановлению сосудов после повреждения, улучшает микроциркуляцию, снижает риск образования тромбов, помогает снижать воспаление и укреплять стенки сосудов. Ангионорм. Держи сосуды в норме. Мы знаем все, что вам нужно на старте, ведь каждый третий ИП начинает свое дело в Тинькофф. Бесплатно откроем ИП онлайн, поможем с отчетностью и налогами, решим вопросы в чате. Начните свое дело с Тинькофф. Наступает время, и ты бежишь навстречу. А что ты чувствуешь к спорту? Влюбляйся в спорт. Demix. Спорт там, где ты. Начало дня, уже нет сил. И так все раздражает. Нервы на пределе. Причиной может быть дефицит магния. Магнелис B6 – это магний, усиленный витамином B6, для лучшей доставки магния в нервные клетки. Магнелис B6 – восполнение дефицита магния по доступной цене. Черкизово представляет. Отборное мясо собственных ферм и натуральные специи. Удержаться невозможно. Скажем, что это ты все съел. Мясной блокбастер во все холодильники страны. Снова болит колено? Представляем Вольтарен. Его активный компонент обладает самой высокой противовоспалительной активностью среди аналогичных средств. Вольтарен – это не просто движение, это счастье быть вместе. Вольтарен – номер один назначаемый препарат от боли в мышцах и суставах. Представляем лечебный пластырь Вольтарен. Против боли один на 24 часа. Я просто хочу продлить ОСАГО по нормальной цене. И так уже целую неделю. Сравнить пробовали? Сравнить предложения страховых, посмотреть отзывы и рейтинги и купить ОСАГО можно на «Сравни». Проверено 1,5 миллионами. И еще одним автомобилистом. Широкая масленица началась. Ждем в гости. Мука селяночка 72,90. Чрезмерная напряженность, бессонница, депрессивное настроение. Не стоит это терпеть. Афобазол способствует восстановлению и защите нервной системы. Психическое здоровье – это важно. С макарошками и пюрешкой. Котлеты только Черкизово. Из мяса собственных ферм. Черкизово. Миссия – восстановление иммунитета и микрофлоры. Двуслойная капсула Бифиформ для борьбы с диареей и дискомфортом. Иммунитет и микрофлора восстанавливаются. Бифиформ – уверенность, идущая изнутри. Я больше не беру с собой кошелек, но мои деньги всегда со мной. Оформил и вперед. Пластик больше не нужен. Моментальная карта Тинькофф Блэк живет в твоем телефоне. Установи приложение Тинькофф и пользуйся картой сразу. Это моментальная карта. С ней можешь быть спонтанной. У меня кэшбэк. С каждой покупки. До 15% по выбранным категориям. И до 30% по спецпредложениям. Тинькофф Блэк. Я люблю ее. Оформи моментальную карту Тинькофф Блэк в приложении Тинькофф и закажи ее доставку за пару кликов. Жизнь – это видеть счастье в каждой минуте. А боль, она приходит и уходит. Пенталгин – средство номер один против боли, спазма и воспаления при периодических женских и других видах боли. Пенталгин –
Обойдемся без болей. Программа «Время покажет». Продолжаем работать в прямом эфире. За эти 11 дней, ну, я думаю, не осталось в России людей или осталось очень мало людей, которые не обсуждали происходящее на Украине, которые кто-то для себя вновь открывал, что случилось с Украиной, поскольку за эти 11 дней это стало... Ну, то есть для многих людей это откровение. Но откровение отнюдь не только в том, что бандеровцы, нацики, вот эта вот идеология ордена, вот эта человеконенавистническая история. Потому что ну, кто-то что-то про это слышал, ну как бы, да, нацики, там радикалы, они есть везде, там фашисты зигуют. Кто-то считал, что это проблема, кто-то считал, что это не наша проблема. Но сейчас, за эти 11 дней, для многих из нас, и не только из нас, стало очевидно, что есть еще одна часть, сложившаяся за эти годы, видимо, не за 8 лет, а за 30 лет. Ну, наверное, идеологии или, по крайней мере, части менталитета Украины, части людей, и я не знаю, какой части людей, сколько их теперь на Украине. И нам про это тоже нужно начинать чего-то про себя понимать. Что я имею в виду? Я имею в виду, что есть огромное количество людей, как оказалось, которые, наверное, не нацики, которые точно не бандеровцы, которые выглядят, ну, и ведут себя, наверное, когда они здесь, как вполне себе обычные люди. А вот теперь в результате специальной военной операции многие из них выехали в качестве беженцев оттуда. 780 тысяч в Польшу, 144 тысячи в Венгрию, 132 тысячи в Румынию, 100 тысяч в Словакию и 228 тысяч выехали в Молдавию. Кто не знает, Молдавия страна небольшая, народу там живет немного и народу там много русскоязычного. Даже среди молдаван. Поэтому, казалось бы, в Молдавии никаких проблем у ближайших соседей быть не должно. И это ярчайший феномен, очень для меня интересный, важный, и очень интересный и неожиданный, наверное, для молдаван, которые сейчас, ну, если бы я был не в эфире, сказал бы другое слово, но которые, как минимум, очень удивлены. И вот их удивление, это удивление, его... Нужно, ну, они-то слов не скрывают, поэтому мы те слова, которые они говорят по этому поводу, запикиваем. Ну, мне кажется, с этим важно озаботиться. Ну, вот, например, мужчина, который с сочувствием относится к этим беженцам и правильно делает. Пожалуйста. Беженцы из Украины были встречены в Молдавии с распростертой душой, с протянутыми руками. И, пожалуйста, приезжайте. Я обратил внимание, в ТикТоке я просто охренел. Появился какой-то полупокер, типа беженец. Вот как мы, беженцы, сейчас живем в Молдавии. Ходим по ресторанам, нас угощают бесплатно, все бесплатно. Дали какие-то ваучеры, там он не покупает все самое необходимое, шоколадки, Милка, там самое дорогое. Ребят, я честно извиняюсь, конечно, может, я не прав, либо я не туда смотрю. Но не вы. Плюс еще появились такие... от которых я в шоке. Вы чё, дорогие украинцы? Вам помогаешь, а вы хаты обносите? Вы там фекаете, вам бассейн подавай? Да не. Ну, там много такого. Дальше он, так сказать, тоже очень обоснованно говорит, что, в принципе, ну, если вы как бы не поймете, как себя ведут в гостях, то, в принципе, ну, мы тоже, в общем, объясним. Но вы понимаете, ведь все бывает. Может быть, человеку не повезло. И он встретился с каким-то... Ну, у нас же у всех довольно узкий круг общения, да? Ну, может, он встретился не с теми. Понимаете, что удивительно? Что вот девушка с Закарпатья. Она вообще живет на Украине. И мы, кстати, приняты говорить, вот, там, западенцы. И привыкли, что здесь все западенцы. Вот вам девушка с Западной Украины. Которые приехали беженцы не с Западной Украины. Которые приехали просто с Украины. И она, вы знаете, тоже слегка удивлена. Тем, что она видит у себя в Закарпатье со своих сограждан, которые приехали откуда-то массово. Это не первый ее ролик, ярких роликов много, ну вот один из них, пожалуйста. Мы в Закарпатье стараемся предоставить и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен? Я не говорю обо всех, но большинство сидят в барах, пьют тупо водяру, едят свой шашлык, во-первых. Во-вторых, ходят, я слышу, что берут машины, забирают у людей, которые их подбирают. Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять, я не поняла. Я слышала, что заходили в магазин, а у нас многие говорят по-венгерски. Я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого хрена ты говоришь по-венгерски?»
Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать? Я не понимаю, что это такое. Мы что, должны бояться беженцев? А что делать, если кончатся деньги? Будут ходить у нас красть? Такая гарнесенькая девчина. Вы ее найдите. Она, ну, большинство русских людей нормально понимает мову. У нее такая очень красивая такая мова. Там много интересных, как бы, деталей и много русских слов, которыми она выражает свои удивления, ну, как бы, по полной программе. Я вам напоминаю, это говорит украинка Западной Украины про людей, которые массово приехали туда. Еще раз вам говорю, массово приехали туда. И вот когда я начинаю говорить о том, что это некая часть менталитета огромного количества людей, какого-то, не знаю какого, на Украине, еще один ролик вам покажу. Мне его прислал мой товарищ как раз из Молдавии. Там говорят по-русски. Послушайте, это очень интересно, и поведение, и вот этот разговор, в котором, мне кажется, концентрируется вот все то, чем удивляется парень из Молдавии и девушка из Закарпатья. Посмотрите, послушайте, очень показательно. Зачем вы будете снимать все номера? Я не номера снимаю, снимаю сколько машин украинских. Хотите что-то сказать? Мое дело. Убери телефон. Очень скажи, похож. Поляница. Причем здесь полоница? Датус. Вот. Когда я говорю про явление, я имею в виду. Ведь это же не нацист. Это не бандеровец. Это как бы мирный украинец. Ну, как бы он не захотел быть. Ну, он уехал. Если вы вдруг не расслышали, он говорит, скажи поляница. Это же у них вот этот тест. Поляница, да. Поляница. Як ты розмовляєш, да. И як ты кажешь поляниця. Я. Да. И слова поляниця. Да, поляниця. А, это тест такой на украинском. То есть он приехал в Молдавию, и человека, которого с ним разговаривает по-русски, который его принял, он его обвиняет в том, что он кацап, и говорит ему, скажи поляниця. 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 Объясни мне, что вот, ну как бы, вот просто вот этот красавец. И это же тоже какое-то массовое явление, судя по этим роликам. Нет, вот вы понимаете, это что-то другое. Это можно обозначать разными словами, но это какое-то новое сложившееся там явление. То есть совершенно очевидно, что эти люди считают себя и в Закарпатье, и в Молдавии, где угодно, пупом земли. Это есть расизм. Смотри, это я открою маленький секрет. Вот маленький секрет. Открой большой, для, да, для всей России, и в том числе для Украины. На самом деле, на Украине война, то есть они говорили, то есть война, она была больше в инфополе, да? Люди, которые находились за пределами подконтрольной Украины Донецкой и Луганской области, каким-то образом страдали от солдат и так далее. Но то, что я видел в 18-м, помнишь, меня на месяц отпускали? Я же тогда проехал по многим городам Украины. Для них война это было что-то где-то вот далекое и так далее. Это называется украинское хатоскрайничество. При этом они, смотри, при этом, вот эта вот пропаганда делала из них, я в какой-то степени соглашусь, что она делала из них людей. То есть мы воспитываем нацию. Они говорили, мы воспитываем нацию, мы должны там определенным признаком и так далее. То есть это показывает то, что на Украине все это время была достаточно сытая жизнь. Эти люди, они войны не видели. Они войны, конечно, не видели. Но меня, я вот особенно вот это видео, я когда смотрю и слушаю. Это что-то, что нельзя назвать там нацизмом, бандеровщиной. Нет. И так далее, но это какая-то идущая изнутра, высокомерие, абсолютная злоба и какая-то агрессия ко всему, что не такое, как ты. Есть такое, как ты, которому все должны и так далее. Да, и мы должны для себя это определить, не только потому, что мы тут все, так сказать, вот антропологи, любители, а потому что эти уехавшие люди вернутся рано или поздно в свою страну, часть, и привезут вот это вот все назад, и если мы не понимаем, что это такое, то это, вот это вот агрессивное, я не знаю что, начнет воспроизводиться. Нам надо понять, что это такое, как с этим работать. Понимаем, что это вырастили. Мы понимаем, что это такое. Что это? Помните, там, несколько лет назад... Вы посмотрите на лицо на его, посмотрите, вот это вот. Помните, я же этого много видел. Несколько лет назад, и в голливудской, кстати, продукции это очень хорошо отражено, многие украинцы приехали в Европу и стали говорить, извините, мы не русские, мы украинцы, мы не русские. И к ним было отношение, подожди, вы не русские, хорошо, а кто вы? А мы украинцы. И вот с этого момента запустился процесс самоидентификации, причем, как у всякой молодой, что называется, вот растущей, бурно растущей нации, вот это высокомерие и нахрап,
возможность, вернее, желание того, чтобы себе дали все и сразу, и выделили, и сделали исключительным, оно наложилось на очень мягкое и аморфное отношение к этому европейских, европейских гражданских обществ. То есть они это стерпели. И когда они почувствовали, что они могут продавить, они начали продавливать. Это не наша проблема. Русских не продавишь. Можно я дополню? Но европейцев можно продавить. И они сейчас, вот эти 1,5 миллиона сейчас, да, потом дальше, они сейчас хлынут в Европу, как очередное Европа, великое переселение народа. Европа, они сами выбрали себе этот застонет путь. Они от этого застонут, они хапнут этого по полной программе. Меня интересует другое. Я все-таки пытаюсь понять, вот глядя раз за разом, вот на это. Меня, кстати, радует, что они теперь не русские. Агрессивную самоуверенность. Хотели украинцев, получите. Вот. Что вот это проявление украинства. Вот, это украинство. Украинство, которое не имеет никакого отношения к украинцам. Я его хочу понять, оно меня очень настораживает, потому что вот эта вот агрессивная, высокомерная самоуверенность, это как-то должно быть расшифровано. Я объясню почему. Потому что я смотрю и слышу людей, которые в Киеве остались. Этот уехал, а те остались. И я вижу там много нормальных. Мне вот сегодня написали, что в Киеве сейчас остались люди, которые говорят хорошо, спасибо, уехали, пожалуйста, будьте добры и так далее. И им там очень страшно и тяжело, но они вот такие. А вот это, что носителем является вот этой психологии, оно уехало, но оно возвернется. Ну, у нас не историка, этнографическая передача, это много на сей счет можно было поговорить. Я вот с Алексеем наполовину согласен, наполовину не согласен. Это не новое, это было всегда. Хам родился не вчера. Хамы у нас есть. Да, да, секунду. Только есть У нас не национальный хам. У нас не национальный хам. Да, первое. У нас не национальный хам. Хамство не национальная черта. Вот да. Так, извините, пожалуйста. А второе, у нас норма поведения, правила поведения, традиции, другие совсем. А там эти традиции, там хамство растабуировано. Особенно по отношению сначала к русским, а потом, как правильно, да, кстати, и к своим, если ты из того региона. Артем, дай договорить. На одну секунду, да. У нас действительно не столько антропологическая программа. Вы хотите получить какой-то конкретный ответ? Артем, можно я искомый вами ответ? Можно я сначала скажу? Я все-таки пытаюсь объяснить, что я хочу сказать. У нас тоже есть хам. У нас тоже человек, чью машину ты снимаешь, он может тебя послать матом, он может тебе сказать, что ты лезешь, он может на тебя наехать и так далее. Но он не будет тебе говорить, там, ты там кто там, кацап. Понимаете, у него это полыныця и этот кацап, оно у него лезет в первую очередь у многих из них. Что это? Еще раз объясняю. Только дайте мне договорить. Да, нужно всего лишь там 1,5 минуты. Итак, хамы есть всюду. Но в некоторых, во-первых, хамство бывает направлено в определенных направлениях. И вот хамство на этнической, национальной почве в России многонациональное. Оно тоже встречается. В легкой форме проявляется в некоторых анекдотах. Но вот распространенное, уж тем более поддерживаемое обществом, никогда этого не было и нет сейчас. Вот то хамство, ему было давно, которое свойственно, кстати, всякому человеку, который оказался в непривычной обстановке. Значит, вот из села приехал в город, все необычное, какие-то странные люди. У многих это выражается в том, что ты начинаешь хамить этим горожанам. Это многократно показано. Так вот. Но дальше на Украине этой самой, то, о чем Алексей правильно сказал, это стало поощряться местной властью, вот это бандерши, потому что это нужно было направить вот на кацапов. Вот это первое. А второе, это стало поощряться Западом, Европой, США. Ведь эти хамы провозгласили себя европейцами. Еще повторяю, в отличие от русских. Вот. А Европа что говорила? Россия авторитарная, там холопская и так далее. А Украина же европейская, модербутское право, ну и так далее все. Они поверили, когда тебе говорят, ты такой же, как она. А если я такой же, как вы сами это сказали, что я тоже европеец. Я бездольный, на меня агрессия России, напала Россия. Что вы сказали тоже, подтвердили, что Россия напала. Я к вам приезжаю, а плюс у меня вообще халявные замашки, они разучились работать, то выдай мне и положь. А не выдаешь, значит, ты кацап, полениться скажи. И это действительно замечательно, то, что они сейчас пойдут в Европу.
потому что они покажут европейцам. Это не арабы, которые один, он знает, что он не европеец. Может, когда их много, может, они что-то и совершат такое. А когда один-два, они будут вести скромно. А эти по одному будут. Они выставят немцев, они выставят... Ну, поляки, конечно, поскольку они против бандеровщины, они, понятное дело, дрейканьем ответят на это. А немцев там, французов... Поляки-то... А итальянцев они уже выставили. Да, итальянцев они выставили. И молдаване обалдели. Уж кто-кто не ожидал, что молдаване... Да. Молдаване, я думаю, тоже, если это будет продолжаться, ответит. Тут ведь вопрос в чем? Что еще дней 12 назад, если бы мне сказали, что сейчас вот это Мурло приедет в Италию, там их всех застроит, этих застроит, я бы сказал, ну и вольно им было этим европейцам воспитывать вот это все. Но дело в том, что теперь многие из них, не все, но многие из них, особенно из Молдавии, когда все закончится, и здесь как бы начнется нормальная жизнь, оно это вернется назад. И теперь это... Мне на европейцев сейчас плевать. Особенно последние 11 дней, учитывая, что они творят. Мне не плевать на то, что будет здесь. Когда оно со своей полыницей и вот с этим отношением вернется сюда. Смотри, первое. Вот что в них еще это воспитало? Я не договорил. Вот эта сытая жизнь и то, что постоянно говорили, что Украина это форпост между Россией, и, то есть, и они стоят на рубежах европейской демократии, воспитала в них вот это чувство. И они, когда сюда приезжают, говорят, вы нам все должны. Мы вас отстаивали от России, мы вас все должны. Это первый момент. А теперь, когда вот эти люди войдут, там, на самом деле, когда наши заходят, есть моменты, почему вот они распространяют фейки о том, что украинцы якобы не приходят, не берут гуманитар. Это о чем говорит? О том, что люди, это мне уже прислали ребята из специальных наших структур, которые там работают, они говорят следующее. В каждом городе созданы националистические ячейки, Си-14 и так далее, которые запугивают и говорят, русские-то что сказали? Они сейчас наведут порядок здесь, а потом они уйдут. Да, и уйдут. Так вот я про это и спрашиваю. Да, русские наведут порядок кровью своих пацанов, уйдут. А там, значит, останутся ячейки, и вот этот сюда вот вернется. И они начнут выбивать вот этих людей, которые приходили за гуманитаркой, которые... Вот наконец-то мы вышли на то, на что я спрашиваю. Русские с кровью своих пацанов, русских, бурятов, лакцев, не знаю, там, мордовые и все, наведут порядок. И смотри. Это пересидит там, приедет сюда, и чего? И смотри, а вот если, грубо говоря, мы там останемся до установления определенной, послушайте меня, до определенной власти, и поддержим тех людей, которые 8 лет СБУ давили националисты и так далее, если мы будем рядом, эти люди воспрянут, их много на Украине, и интеллигенции, и учителей, и врачей, они воспрянут, а когда вот эти уже придут, им уже про слово полоныця будут говорить по-другому, скажут, ребята, теперь вы нам навязываете. Я думаю, что те, кто сейчас в Киеве, ему много чего потом расскажут. Очень короткое. Дело в том, что действительно это очень важная проблема, ее нужно решить, но ее можно решить только, если мы сделаем международный российско-украинский трибунал, где украинцы будут судить своих нациков и тем самым очиститься. Ну вы понимаете проблему, то, что я сказал? Я сказал, что трибунал нужен не русско-украинский, а евразийский. Это касается скорее не только наших стран. Это касается Вы на трибунале ему Европы же ничего не предъявите. И касается в принципе, всей Евразии, вот то, что сейчас происходит. Но вы этому перцу ничего не предъявите на трибунале. Ничего вы ему не предъявите. Ему нет. Но вот тут я хотел бы добавить один момент. Поскольку вот я в этих людях, и я с ними много сталкивался, с такими, как он, мы об этом сейчас, хотя вот Игорь сказал, вот это ощущение халявщика политического, оно настолько в них засело, что когда он вернется, сволочь, ему нужно будет объяснить, а вот теперь ты, гад, за то, что ты хотя бы сбежал, когда нужно было решать судьбу Украины, будешь отвечать. Но скажи, это когда ему, поленится, но только это, на нашем языке. Подождите, но минуточку. Нет, на нашем языке. Ему-то ведут, это жители Киева, но, которые остались. Вот это проблема не юридическая. Вот это, она культурологическая. Они опять полезут. Не полезут. Не полезут. Как от бандеровцев, выпущенные из лагерей, все оказались во власти. Комсомольцами, партийными, и дошли до Кравчука. И оно проросло за 30 лет. Вот поэтому я и говорю, что этот разговор очень важен. Ему ни на каком трибунале ничего не то есть вот это, про что говорит молдаванин, про что говорит девчонка из Закарпатья, и про что свидетельствует этот. Вы этим людям ничего юридически предъявить не сможете. Они чисты, но носители являются определенного вот этого менталитета, который надо учитывать, решая вопросы, чего делать, как налаживать, как не налаживать. Потому что специальная военная операция,
начиналось для того, чтобы не только разбить ВСУ, а для того, чтобы там уже, чтобы навсегда не взошло ничего, из чего может вырасти что-то плохое. Сейчас продолжу после рекламы. Снова болит колено? Представляем Вольтарен. Его активный компонент обладает самой высокой противовоспалительной активностью среди аналогичных средств. Вольтарен – это не просто движение, это счастье быть вместе. Вольтарен – номер один назначаемый препарат от боли в мышцах и суставах. Представляем лечебный пластырь Вольтарен. Против боли один на 24 часа. С макарошками и пюрешкой. Котлеты только Черкизово. Из мяса собственных ферм. Черкизово. Я больше не беру с собой кошелек, но мои деньги всегда со мной. Оформил и вперед. Пластик больше не нужен. Моментальная карта Тинькофф Блэк живет в твоем телефоне. Установи приложение Тинькофф и пользуйся картой сразу. Это моментальная карта. С ней можешь быть спонтанной. У меня кэшбэк. С каждой покупки. До 15% по выбранным категориям. И до 30% по спецпредложениям. Тинькофф Блэк. Я люблю ее. Оформи моментальную карту Тинькофф Блэк в приложении Тинькофф и закажи ее доставку за пару кликов. Опять мотор брахлит? Мой мотор всегда под контролем с кардиомагнил. Ваше сердце – сложный механизм. При появлении одышки, боли или дискомфорта в груди регулярный прием кардиомагнил помогает заботиться о здоровье сердца. Кардиомагнил. Теперь в новой упаковке. Новая усиленная формула Sense-1 восстановления и защита проникает в дентинные канальцы и создает защитный слой для снижения чувствительности зубов. Часто люди избегают холодных напитков. Sense-1 помогает наслаждаться любимыми напитками и едой. Проверьте сами. Хочу быть любой. Хочу легко. Хочу осознанно. Хочу быть такой, какой сама хочу. Все для спорта и стиля в одном приложении. Спортмастер онлайн. Хочу спортивно, хочу стильно. Чрезмерная напряженность, бессонница, депрессивное настроение могут быть проявлениями стресса в период кризиса. Не стоит это терпеть. Помочь может афобазол. Афобазол способствует восстановлению и защите нервной системы. Психическое здоровье – это важно. Нам приходится выбирать – с макарошками или с пюрешкой. Но мы точно знаем – котлеты только Черкизово. Из мяса собственных ферм. Черкизово. С макарошками и с пюрешкой. Я просто хочу продлить ОСАГО по нормальной цене. И так уже целую неделю. Сравнить пробовали? Сравнить предложения страховых, посмотреть отзывы и рейтинги и купить ОСАГО можно на «Сравни». Проверено 1,5 миллионами. И еще одним автомобилистом. С приложением Freestyle Libre Link можно определять уровень глюкозы в любое время, в любом месте. Больше не нужно выбирать между здоровьем десен и укреплением зубов. Парадонтакс комплексная защита – это 8 особых свойств для поддержания здоровья десен и укрепления зубов. Комплексная защита зубов и десен от Парадонтакс. Некоторые вирусы могут вызывать повреждения сосудов и тромбы. Именно сосуды являются основной мишенью последствий инфекции. Лекарственный препарат Ангионорм способствует восстановлению сосудов после повреждения, улучшает микроциркуляцию, снижает риск образования тромбов, помогает снижать воспаление и укреплять стенки сосудов. Ангионорм. Держи сосуды в норме. Черкизово представляет. Отборное мясо собственных ферм и натуральные специи. Удержаться невозможно. Скажем, что это ты все съел. Мясной блокбастер во все холодильники страны. Мы знаем все, что вам нужно на старте. Ведь каждый третий ИП начинает свое дело в Тинькофф. Бесплатно откроем ИП онлайн, поможем с отчетностью и налогами, решим вопросы в чате. Начните свое дело с Тинькофф. Опять мотор брахлит? Мой мотор всегда под контролем с кардиомагнил. Ваше сердце – сложный механизм. И регулярный прием кардиомагнил помогает заботиться о его здоровье. Кардиомагнил. Теперь в новой упаковке. Программа «Время покажет». Продолжаем работать в прямом эфире. Мы закончили предыдущий блок на том, что, конечно же, масса проблем и масса новых для себя проблем нам придется решать, когда закончена будет специальная военная операция. А она, чем дальше я смотрю на все происходящее, что вскрывается сейчас про нынешнее украинское государство, и ядерная программа, и то, как глубоко пустил корни нацизм, и вообще всякие, она должна быть закончена уже без всяких сомнений. Но, тем не менее, это все будет потом. Сейчас работают ребята, но мы же понимаем, что специальная военная операция – это же не только здесь. Это часть огромного
широкого пространства от Азии до Соединенных Штатов Америки, который меняет очень многие разные расклады, сложившиеся, и создает новые расклады. И вот тут очень интересно поговорить за эти 11 дней, какие расклады старые изменились, какие могут быть новые расклады. Вот, например, Кремлин.ру сообщает, что Владимир Путин общался вот на этом прекрасном, мне кажется, фоне. Я думаю, что такое позитивное у них было общение очень. Общался с Реджепом Таипом Эрдоганом. Послушайте. Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России. И вот теперь смотрите, один из важнейших моментов. Турция как бы во многом претендует, а во многом действительно является важнейшим игроком в этом регионе. И когда Реджеп Таип Эрдоган разговаривает с Владимиром Путиным о том, что здесь происходит, и его Владимир Путин информирует об этом, на ваш взгляд, Эрдоган сейчас, он по отношению к тому, что здесь происходит, он кто? Он из какой позиции сейчас разговаривает с Путиным? Как кто? Что такое сейчас Турция по отношению к тому, что происходит здесь? Турция, так же как и Израиль, выбрали позицию посредника. Угу. Это значит, что они, по крайней мере, внешне не хотят качнуться в ту или другую сторону. Угу. Хотят сохранить отношения и с Россией, и с Украиной, угу. в лице с Украины, и с Западом тоже. И поэтому, чтобы это сделать, то самая удобная позиция в данном случае – это объявить себя посредниками. Угу. Мы не хотим ссориться ни с теми, ни с другими. И для этого мы должны быть посредниками. Ведь идет давление со стороны Вашингтона, который требует занять более определенную позицию. Mm-hmm. Заявить, что Турция, например, поддерживает однозначно Украину. То же самое требуется от Израиля. И поэтому они все уходят вот в это посредничество. Mm-hmm. Это самое хитрое. Очень такая восточная позиция. Ага. Мы и с теми, у нас хорошо и с другими. А когда им говорят, нет, пришло время выбирать, вы или с теми, mm-hmm. они говорят в ответ, но ведь для посредничества лучше всего, mm-hmm. чтобы мы сохранили эти отношения. И вот они очень ведут интересно. Такую вы очень говорите, хитрую что, дипломатическую игру. Вы говорите, что это хитрая дипломатическая игра, ну, в случае с Турцией, в случае с Израилем тоже. Это способ каким-то образом уклониться от давления американцев, определиться. Но любое посредничество, это попытка примирить или найти некие консенсусы между противоборствующими сторонами. Но возникает вопрос, когда Эрдоган предлагает себя в качестве посредника, если это так, то с одной стороны понятно, что у него Путин и Россия. Вот в том-то возникает, и дело. Возникает вопрос, Эрдоган посредник. Эрдоган посредник между Путиным и кем Байденом, и чем? Байденом прежде всего. Нет, это правда хороший вопрос, именно его постановка, потому что Эрдоган на самом деле получается посредником между Россией и нечто, что сформируется, наверное, немножко позже или формируется. Мы сейчас видим, что, вы правильно сказали, переформатирование всех политических процессов. Эрдоган как серьезный политик и с огромным волчьим чутьем, он прекрасно понимает, что вот с этой стороны, да, если с этой стороны России, то с этой стороны только сейчас все формируется, что и формируется? Ухватить там вы самый думаете, главный политический... Вы думаете, он про Украину думает? У него Байден нет, с другой стороны. Байден это Байден. Потому что Черное море, Европа, Румыния, Украина, здесь можно больше сыграть, чем сыграть с Байденом. Так. Но еще один есть момент. Так, он экономический, потому что все мы прекрасно понимаем, все эти санкции, все это играет серьезную роль для нас и для Запада. А вот Турция теперь будет той страной, через которую очень многое начнет появляться у нас. И господину Эрдогану с нами нужно договариваться. То есть, грубо говоря, у него в результате этой ситуации открывается огромное поле новых возможностей с нами. Но, грубо говоря, он, наверное, что-то хочет отжать и у Байдена. И Украина, мне кажется, его интересует в последнюю очередь, на ваш взгляд. Израиле все понятно, осталось выяснить, нет ли турецких и израильских корней у Эммануэля Макрона, который пытается играть ту же самую роль. Мне вообще все больше
прихожу к этой мысли, что мы помним, да, что у поражения сирота, у победы очень много родителей. Отцов, да. Вот и теперь этими отцами хотят стать действительно и Эрдоган, и израильские лидеры, и французские лидеры, и так далее. Но не знаю, кто сказал, но сказал очень емко в соцсетях, что сначала русским становится страшно, потом все равно, и когда нам русским становится все равно, страшно всем. Я думаю, что эти волки уже унюхали, что на самом деле происходит, что нам уже все равно. И они теперь действительно пытаются встроиться в процесс, чтобы какой-нибудь условный Кейтель потом сказал, эти тоже нас победили. Так думаете? Что думаете? Все-таки телефонный разговор Макрона и Путина завершился. Он продлился 1 час 45 минут. То есть 1 час 45 минут Макрон решал какие-то проблемы. Теперь вопрос. Он решал проблемы французских компаний. Кстати, между прочим, по-моему, новость вчерашнего или позавчерашнего дня, что Макрон собрал свои компании и сказал, не спешите уходить из России. Он решал проблемы своих компаний. Или он решал проблемы перемирия здесь, которые Зеленский все равно не в силах выполнить, потому что это американцы. Что он делал? Что Эрдоган делает? Ну, Турция и Израиль. Значит, ясно, что израильскому руководству, что турецкому руководству прекрасно все известно по отношению к Украине, к ситуации там. И то, что Россия точно победит. Ну, в смысле, военная операция закончится, а дальше уже другие проблемы. Вот. Поэтому встать полностью на сторону Запада в данном случае, который пока поддерживает полностью до сих пор этот самый киевский режим, это значит разозлить Россию. Uh-huh. А у России, безусловно, есть компромат. Вот в смысле отношений Израиля Стамбула, Анкары с киевским режимом. Uh-huh. Он лежит. Можно его показывать, можно не показывать. Компромат? По ядерной программе? Я думаю, что не только по ядерной программе, а по прямой поддержке националистов украинских. Uh-huh. Потом не будем забывать о всей ситуации с крымскими татарами. Ведь Турция поддерживала все время это, по крайней мере. Крымских татар, давайте будем честными, ну чего бы ей не поддерживать. Это, так сказать, ее... Как поддерживать? Одно дело поддерживать духовно, культурно, книги слать там и так далее. Uh-huh. Вот. Далее. Украина не игрок мировой, она даже не игрок в этом регионе. Сирия и Израиль, Турция, Израиль, Ближний Восток, большой Ближний Восток. Там нет Украины как игрока, но только как поставляли это, советское оружие, сбывали единственное. А России там игрок. Ну зерно украинское. Нет, нет, зерно. Хорошо, зерно, да. Вот, виды на урожай отдельно рассмотрим. Вот поэтому, если ты на этой рассоришься с Россией окончательно, то какую позицию Россия займет по отношению к тебе в ситуации Палестина, Израиль, Сирия, Израиль и так далее, Турция? То есть это игнорируется. Вес Путина в этом регионе и вес любого президента Украины, как вот ЗИЦ, он не ЗИЦ, называй, это несоизмеримая величина. А теперь, что касается Запада. Запад не ожидал, что Россия выдержит. Запад не ожидал, что от санкций не зарыдает весь русский народ, вот, и даже русские олигархи. Я думаю, что некоторые из них даже разозлились. Но когда честно заработанную яхту за миллиард долларов... Это беспредел. Твои западные друзья просто берут и говорят, а теперь мы будем на ней кататься с нашими... С нашими этими поп-звездами. А ты футбольный клуб развивал, да всю эту жизнь. Это обидно. Обидно, понимаешь. Но согласитесь, что это действительно процесс. Да. Ведь действительно рушатся все договоренности. Да, да. Им же тоже кто-то какие-то гарантии давал, как Зеленскому. Да. Но Запад, и про яхты, и про... Запад еще не решил в том смысле, что вот этого наскока кавалерийского шашкой и Кремль рухнул, олигархи задушили Путина угу. лично руками. Вот. Ну а за яхту-то кто ж не... А имеет? Русский народ, значит, это приветствует. Этого не получилось. Пока а там нет. же есть идиоты, которые думали, что так и будет. Вот. А последствия экономические уже все просчитали, начали постепенно нарастать волной. Причем у них сейчас не о наших последствиях. У одного выборы
в Европе, которые, да? Хоть у них уровень жизни падает в последние годы, но все-таки они привыкли жить комфортно. Вот так. Не так, чтобы вчера за электричество платил 5 фунтов, а через месяц 25 фунтов. Конец марта будет очень показательно, потому что люди в Европе получат платежки за жилищные услуги. Поэтому и это будет шок и трепет. Они завибрировали. Политически они по-прежнему на стороне Киева, дипломатически на стороне Киева, потому что там американцы нависают своим давлением. А вот в этом смысле психологически, поэтому даже до этого марта еще несколько десятков тысяч украинцев, которые будут требовать в Лондоне, Париже, Риме и Берлине бесплатное пиво баварское, девочек на сцену. Ну а как, если ты защищал? Конечно, я же защищал вас, козлов европейских. Да. Вот. Так что все идет нормально. Все нормально, да. Все идет нормально. Я, кстати, к тому, что вы сказали, вот там про яхты, про последствия и так далее и тому подобное, я думаю, это тема, конечно, отдельного разговора. Но мне кажется, тоже это нужно начинать обсуждать сейчас, потому что то, с чем мы сейчас, я надеюсь, прощаемся и расстаемся этой военной специальной операции здесь, во многом зависит от, насколько успешно мы это сделаем, от того, с чем мы распрощаемся и расстанемся здесь. Нам ведь тоже много есть, чем распрощаться и расстаться здесь. Я просто приведу один пример. Ну, 10 дней идет специальная военная операция, санкции только объявили. Ну, вот мне тут товарищ один мой сказал. Дед, у него внук маленький. Памперсы, которые стоили 1000, стоят 1500. У меня возникает вопрос. Люди, которые взвинтили цены в 1.5 раза на то, на что они еще не покупали по новым ценам на ровном месте, это люди, которые делают что? На которых теперь в этой ситуации нужно смотреть как? В военных условиях эти люди называются мародеры. И если государство объявило такие задачи здесь, денацификация, демилитаризация, вызов Западу, то, наверное, вызов нужно бросать не только Западу, а, наверное, нужно много вызовов, наконец уже начинать. Вот вы сказали там и про эту вот как бы гламурную... И много про что, о чем мы сейчас узнали про нашу информационную сферу, да, на что годами не обращали внимания. Ведь слушайте, за 10 дней много сделали такого, что казалось немыслимым годами, хотя все про это говорили. Видимо, ситуация специальной военной операции во многом и у нас здесь прочищает. Артем, ну, что касается экономики, ну извините, это рыночная экономика. Ну что вы хотите? Чтобы рыночная символ грабительской? Нет. Да, во многом да, естественно. Если дефицит чего-то, если курс изменился резко, то они на этом играют. Нужно проявлять сознательность. Вот это главный вопрос, на который мы будем выходить в следующих программах. Продавцу Виталий Тойвич. Вот когда, когда мы не можем себе представить сознательного продавца памперсов и говорим при этом, что мы принесем мир, покой и стабильность на Украину, если мы считаем, что это нормально, то я не понимаю, как мы сделаем с Украину. С этими звездами, которые поносили Россию, не могли разобраться. Значит, надо разбираться с этим. Надо разбираться, значит, надо разбираться во многом с собой, потому что если мы хотим чем-то помочь нашим братьям-украинцам, мы можем помочь им только изменившись сами и куда-то сами начав двигаться, чтобы они захотели пойти вместе с ними, чтобы их олигархи не разворовывали их страну и так далее и тому подобное. Но для этого самим нужно много изменить в своей стране. И ровно для этого там сейчас присутствуют там наши парни, вот с такими буквами на технике. Я надеюсь, что они доведут, уверен, что они доведут дело до конца. Как довели уже один раз в 43-м году наши деды. Русские, украинцы, белорусы, дагестанцы, буряты, якуты, все мы один большой народ. Лихир чвир, табасаранар. Табасаранцы, привет, работаем, братцы. Информационный канал на Первом продолжает большая игра. Сегодня российские вооруженные силы продолжали выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Новых успехов достигли народные милиции Донецкой и Луганской народных республик. На самом деле вооруженные силы Украины, неуправляемые, становятся все менее боеспособными. И, конечно, украинская власть сейчас переживает
очевидную агонию. Мы это видим по последним заявлениям президента Зеленского, который совсем недавно выступил с очередным обращением, воплем отчаяния, по сути дела, в очередной раз умоляя западные государства создать бесполетную зону над Украиной. Но западные союзники Украины, безусловно, не спешат. Не спешат, не рискуют вступать в прямую конфронтацию с Россией. В то же время продолжается дипломатия. Сегодня президент Путин встречался с, говорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом. И вот официальная информация по итогам этой встречи. Послушайте. Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России. Путин по существу повторил, что у Украины остается очень мало времени, если она хочет сохранить собственную государственность. Ну а что же западные государства? Сегодня Борис Джонсон сделал заявления, которые звучали скорее примирительно в отношении России. Он говорил о том, что НАТО якобы не находится в конфликте с Российской Федерацией и не имеет никакого отношения к противостоянию на Украине, и о том, что он очень любит российский народ. В чем, конечно, существуют очень большие сомнения. Но в целом надо сказать, что Запад сейчас как-то попритих. Был не так давно саммит, или точнее встреча НАТО на уровне министров иностранных дел, которая не закончилась ничем, где участники имели довольно бледный вид. И после этого, собственно, западная дипломатия замолкла. Но российская дипломатия работает вовсю, и у нас на связи Мария Владимировна Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. На работе все. Могу сказать, что руководство министерства и сотрудники на работе. Так что работаем действительно. И я хотела бы сразу ответить на вашу реплику относительно того, что Борис Джонсон, это не ваша реплика, вы привели цитату, вновь, в очередной раз, он очень любит это делать, говорил о своей любви к русскому народу. Вы знаете, я люблю малину. Я люблю ее есть. Мне кажется, что именно такой смысл он вкладывает в свои слова, когда говорит о любви к России и русскому народу. Ну, у Британии, да, давняя любовь к России, она действительно скорее связана с чем-то плотоядным, нежели с каким-то бескорыстным чувством обожания нашей страны. В Вашингтоне Дмитрий Саймс. Дмитрий, что там происходит в Вашингтоне? Ястребы набирают силу или наоборот? Вячеслав, я не знаю, набирают ли ястребы силу, но появилась парадоксальная ситуация, когда в рамках вашингтонских дебатов о Украине, пожалуй, самым умеренным человеком среди истеблишмента является президент Байден, который говорит о том, что Соединенные Штаты не будут воевать на Украине, что Соединенные Штаты не будут вводить бесполотную зону и говорить о необходимости избежать Третьей мировой войны. А в Конгрессе и средствах массовой информации там уже начинается настоящая буря. Как же так? У России свобода рук на Украине, русские делают, что хотят, атакуя украинские города, а вот Байден, Великая Америка, стоят, если хотите, в общем-то, в положении бессилия. И были введены очень суровые санкции. Никто от них радикального результата российской капитуляции, конечно, немедленно не ожидал. Но это вот одна из тех ситуаций, когда был выстрел, что называется, объект выстрела не только стоит, но и продолжает действовать и наступать. И что делать в этой ситуации? Мария, я хотел бы вас спросить в отношении ваших МИДовских и других российских официальных контактов с Соединенными Штатами. Правильно ли я понимаю, что пока администрация Байдена к таким контактам не стремится,
и даже, можно сказать, их избегает. Хотела бы посмотреть, как будет Россия реагировать на санкции, и не произойдет ли в результате комбинации украинского сопротивления и санкций изменение в позиции России, не пойдет ли Москва на какие-то уступки. Действительно, здравствуйте, Дмитрий. Действительно, я могу сказать, что МИД работает. Я не могу говорить относительно того, что есть какие-то у меня подтвержденные данные относительно контактов, которые у нас ведутся с американской стороной. Нет. Так, естественно, есть рутинная работа, но что-то такого, за что приняли направление самолета из Питера в Вашингтон спецотряда «Россия», вот такого ничего нет. Самолет полетел не с какой-то спецмиссии дипломатической, к сожалению, он полетел в связи с тем, что американские коллеги выслали очередную команду наших дипломатов, он полетел забирать их, хотя многие восприняли это как какой-то вот возможный контакт. Поэтому такой информации нет, работа ведется. Я думаю, что может быть такое развитие интересное в эти дни. Давайте пока не будем забегать вперед, все меняется, тут же все расскажу, как только информация появится. Но я хотела бы немного от практики, чуть-чуть ваши взгляды, не столько на прошлое обернуть, потому что вы прекрасно владеете ситуацией, информацией, мы каждую неделю демонстрируете глубокое понимание проблемы, но два момента, которые мне важно отметить сегодня было бы. Первое, то, о чем вы начали говорить, Конгресс. Мы знаем, и Дмитрий это подтвердит, этот Конгресс работает по принципу лоббизма. Это классика, для нас это не очень понятно, у нас другое законодательство, у нас другие традиции. Внешнеполитический и международный лоббизм для Конгресса является не чем-то экстраординарным, это норма. Есть заказ, есть под этот заказ обеспечение, Конгресс будет, соответственно, действовать. Нет обеспечения, нет заказа. Ну, пусть это будет менее жестко звучать на английском, потребность, запрос, но так или иначе. Нету такого, соответственно, эта тема не будет на повестке. Здесь все достаточно просто. Кстати, неплохо раскрыл эту тему тот же самый Браудер. Помните, это автор одного, наверное, из первых такого санкционного захода со списком Магнитского и всего остальным. Он рассказывал о том, как он работал, как он находил деньги, средства, как он, ну, слово «вербовал» не подходит, наверное, неправильное, хотя, наверное, английское оно так произносится и переводится, но он находил тех, кто готов был бы идти с этой темой во власти в США, принимать резолюции, обращения и лоббировать эту тему. Вот примерно так же эта история работает. Кстати говоря, очень интересно, мне рассказывали это, кстати, американские эксперты относительно того же самого Яценюка, который до 2014 года предлагал свои услуги вот как раз американским лоббистам, конгрессменам, сенаторам по отстаиванию ровно противоположной темы, нежели той, с которой он зашел в украинский политический эфир в 2013-2014 году. Он просто себя предлагал. Ему было, в принципе, все равно, что на себя вот как бы примерять, главное, чтобы его использовали. Ну, его нашли, кто использует, те использовали. Теперь вторая тема, поэтому, собственно говоря, вся активность Конгресса, это нужно понимать, это, естественно, отработка той музыки, которая заказана. Второй момент, очень важный, как раз тот, на который ваши передачи, ваши спикеры, ваши гости постоянно обращали внимание, в том числе наши дипломаты, заместители министра и министр, безусловно, давая вам обширное интервью. Тема, которая сейчас проявилась, как она есть. Ведь сейчас не только гуманитарные проблемы встали вот во весь рост в контексте Украины. Естественно, не только проведение спецоперации, но для тех, кто занимается международными отношениями, встал вопрос о будущем, в принципе, миропорядка. Каким будет, какой будет планета, как она будет выглядеть? Потому что в движение пришло все. И в тот момент, когда два года мир переживал ковид, многое было заблокировано, многое находилось в такой статике. Сейчас произошел просто переворот всего, перетряска, переход на какие-то совершенно новые рельсы огромного пласта. Вот что происходит и как? Но это все случилось не в одну секунду.
Сейчас, одну секунду, Вячеслав. Это все случилось не в одну секунду. Это ровно то, о чем мы говорили. Это противостояние двух глобальных концепций. Международного права, за которое выступала Россия, то есть сохранение основополагающих направлений развития нашего международного мира по итогам Второй мировой войны. Баланс сил, баланс интересов, способ разрешения конфликтов и их недопущения, то есть международно-правовая система регулирования международных отношений, либо миропорядок, основанный на правилах. Правила каждый будет определять для себя сам. Еще полгода назад, да что там, еще месяц назад мы взывали, мы просили, мы объясняли. Мы использовали каждую площадку международной конференции, международного симпозиума, двусторонних переговоров для того, чтобы показать пагубность этого пути. Запад отказался сохранять миропорядок, основанный на международном праве. Де-факто и по большому счету де-юре. Сегодняшние попытки коллективного Запада обратиться к Генеральной Ассамблее ООН, принять резолюции с осуждением, это ведь не попытка вернуть все, как было в международно-правовой системе. Знаете почему? Это можно было бы рассмотреть так, если бы страны, которые проголосовали против этой резолюции, я имею в виду за резолюцию в, так сказать, в русле такого русофобского настроя, делали это исключительно из своих интересов или из своего понимания ситуации. Но ведь с каждой стороной работали так, что это не имеет никакого отношения к международному праву. Это уже к нормам приличия не имеет никакого отношения. Шантаж, угрозы, переход на личности и просто жизни людей, которые представляют политические системы тех или иных стран. Каждому напоминали о чем-то своем. Кого-то пугали дефолтами, кого-то пугали кризисами, санкциями, персональными списками, а кому-то просто намекали на детей. Вы можете себе представить, какими методами вот этот коллективный Запад хотел в очередной раз прикрыться международным правом? Прильнуть к нему для того, чтобы создать ощущение легитимности своей реакции. Но они это сделали сами. Сначала эту систему ломали, ломали и практически доломали, а потом на обломках решили что-то быстро сконструировать, показав, что очень любят международное право. Ну что ж, Мария, мы согласны с вашей оценкой, неоднократно здесь действительно обсуждали все эти проблемы и с вашим участием тоже. Но сейчас вот конкретные ситуации, связанные с Украиной и Зеленским. На днях Зеленский всех поразил удивительным рассказом о том, как он в очереди при полете в Нью-Йорк встретился с Сергеем Лавровым. Он был не в самой лучшей форме, понятно, Зеленский в этот момент, но он нес какую-то совершенно непонятную чепуху для меня, во всяком случае, и для всех, я думаю, тоже. Что же все-таки произошло? Лавров встречался с Зеленским? И насколько вообще соответствует хоть какой-то истине вот рассказ Зеленского об этой встрече? Я сегодня опубликовала, я писала вчера вечером, поздно, опубликовала сегодня утром пост в телеграм-канале своем, Мария Захарова, называется, извините за эту вынужденную рекламу, но там подробно написано с цитатами, а это важно, потому что это доказательство. Эта история действительно не стоила бы ничего, настолько она, в общем, незначительна, на мой взгляд, но она имеет колоссальное значение для понимания нынешней ситуации. Президент Украины говорит о том, что, находясь в Нью-Йорке, он, стоя в очереди на прием к президенту США, встретил Лаврова, Лавров к нему подошел, и у них состоялась беседа, и потом, отойдя от Зеленского, якобы, так Зеленский это рассказал, правда, в том состоянии, в котором он был, якобы Лавров достал телефон и тут же начал звонить на телевидение и говорить, что Зеленский сдается, на все согласен и так далее. Это было в 2019 году. На самом деле история действительно была в 2019 году в Нью-Йорке. Это действительно был прием, который устраивает президент США. И для того, чтобы попасть в зал и поздороваться, обычно все делегации, они выстраиваются, в такую, можно сказать, импровизированную очередь. И вот в этой очереди главы делегаций, которых приглашают на этот прием, они общаются друг с другом. Такой же возможностью воспользовался и Сергей Викторович Лавров. Они, поздоровались с президентом Зеленским, пообщались, перекинулись парой фраз, учитывая, что это все происходило на глазах
не у десятков, а у сотен человек. Это были делегации, главы делегаций. Все это было открыто, то, естественно, поступили вопросы от журналистов, что это за переговоры, что это за контакт. И российская делегация лаконично одним предложением, и оно у меня есть в телеграм-канале, его видно, его можно проверить в интернете со ссылкой на официальные ресурсы, одной фразой сказала, что это были не переговоры, а краткий контакт. Стороны обменялись оценками ситуации, и на этом все. Больше сказано ничего не было. Дальше, отвечая на вопрос журналистов, открыто и прямо, никуда никогда Сергей Викторович Лавров никакие телевидения или другие средства массовой информации не звонил, и никогда такого не было. Просто отвечая на вопрос журналиста, он точно так же кратко сказал, что это был краткий контакт, стороны обменялись мнениями о ситуации, и Зеленский подтвердил приемлемость, приверженность Минским договоренностям. Все. Ну, ничего из того, что цитировал Зеленский, сказано не было. Никакой формы, в которую облёк это все Зеленский, ничего этого не было. Вот так проходили у нас контакты на протяжении всех этих лет со всеми украинскими киевско-режимными представителями. Говорили одно, потом выходили к камерам и несли вот эту же самую, какую-то странную историю придумывали. Договаривались об одном, потом уже из столицы, из Киева, говорили совершенно другие вещи. Ну, на самом деле сейчас уже руководство Украины просто несет какой-то горячечный бред, но на самом деле вот сейчас мы узнаем, в том числе от Марии, которая уже немножко изменила дипломатическому языку, что на самом деле так было на протяжении уже многих и многих лет. И то, что мы слышали от украинского руководства, в том числе в отношении контактов с Россией, это был просто 95-й квартал нон-стоп, причем в тяжелой форме, отягощенный еще и приемом средств, не повышающих концентрацию мозговой деятельности. Дмитрий. Мария, я хочу вас спросить про, как бы сказать, менее художественные контакты, но, может быть, тоже важные. Вот в отсутствие переговоров на высоком уровне и в очень острой обстановке, что происходит с двумя посольствами? Естественно, с российским в Вашингтоне и с посольством США в Москве. Первое, что происходит с дипломатами, потому что все, что я слышу, это что кто-то уезжает и кто-то на это жалуется. А главное, есть возможность у российского посольства в Вашингтоне иметь нормальный доступ к американским официальным лицам, чтобы, по крайней мере, этот канал мог минимально эффективно работать? То, что мы с вами называли традиционно нормальными рабочими условиями для российского посольства в Вашингтоне, завершилось, давайте посчитаем, ну, где-то, наверное, при Обаме, сколько лет назад было? 10 лет назад. Собственно говоря, это началось тогда, когда российских дипломатов начали обвинять чуть ли не в участии в выборах президента США, вмешательстве в внутренние дела Соединенных Штатов Америки именно в контексте электоральных процессов. Это когда посмели в Америке назвать нашего посла, блестящего специалиста, человека, многие годы работавшего в Министерстве иностранных дел на различных важнейших направлениях, господина Кисляка, назвать шпионом, это же все было. Но вот тогда как раз и, собственно говоря, закончилось все нормальное, что можно называть, и как мы обычно называем, дипломатические контакты. Я также напомню, что тогда начались массовые высылки, причем вне дипломатических правил и норм, без доказательных обвинений и травля наших дипломатов. Начались не поддающиеся даже какому-то беллетристическому описанию, даже художественному описанию подходы. Ну, вы знаете, что значит подход к дипломату. Это даже не вербовочные были подходы, а какие-то с угрозами, с намеками, с предложением спецслужбы Соединенных Штатов именно при Обаме начали вести себя вне какого-либо порядка, который обычно должны спецслужбы соблюдать. Были провокации, грубейшие провокации, с привлечением или с использованием гуманитарных поводов, то есть с использованием
ну, действительно, ситуации, куда, в которые люди попадали по гуманитарным соображениям. Грубейшие были вещи, которые себе позволяли власти в США в тот момент. Мы пытались не отвечать взаимностью очень долго. Вы помните, как на беспрецедентную высылку российских дипломатов после того, как демократы проиграли Трампу, мы на эту высылку 60 с лишним человек, включая семьи и так далее, это надо было даже целый борт отправить, мы ответили никак, только добродушием, только нежеланием развязывать вот эту дипломатическую войну, приглашением детей американских дипломатов на новогодние праздники. То есть мы протянули руку в этот даже раз после того, как мы увидели вот эту вот гримасу уходящей администрации. Но дальше это все не успокоилось, дальше цепочка продолжилась. Сегодня говорить о нормальных контактах не приходится. Вы, наверное, регулярно слышите заявление господина Антонова о том, что в очередной раз поставили новые условия. То мы должны укладываться в какие-то трехлетние сроки пребывания, то визы не будут выдаваться, а будут только визовые размены. Мы живем по этим вот сумасшедшим правилам уже сколько лет. То заблокированы люди, то без объяснения причин нашим дипломатам не дают прилететь ни на постоянную работу в посольство, ни на временные какие-то командировки и так далее, и так далее, и так далее. Про травлю, про провокации я вообще не говорю. Да, люди есть и у нас в посольстве в США, и в американском посольстве в Москве. Да, цепочка вот одного и того же поведения властей США в отношении нас продолжается. Да, мы считаем, что они просто изничтожают двусторонние отношения. Да, мы так это все фиксируем и об этом говорим. Но при этом контакты действительно существуют в таком рабочем плане. Ни о какой нормальности ситуации, конечно, речи давно уже не идет. Каждый раз предлоги бывали абсолютно любыми. То от уток и их фотографии, которые дочь Трампа показала папе, растрогала его в связи с делом о так называемых Скрипалях, до обвинения в, ну, вы помните, да, выборе президента США и так далее, и так далее. Ну, посол Антонов сегодня сделал заявление о том, как на самом деле он чувствует себя в Вашингтоне и каковы там настроения, послушайте. Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное, крайне рискованными для международной безопасности. Сенатор Скотт, по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Вряд ли стоит напоминать, каким беспрецедентным последствиям могут привести попытки внешнего вооруженного вмешательства в специальную военную операцию России на Украине. Мария, нам надо как-то реагировать на то, что сейчас происходит в Конгрессе, в правительстве Соединенных Штатов? Мы реагируем, мы не только на это, мы реагируем на те просто не то что недопустимые, это само собой, но проявляющие самые низменные качества, уже даже не низкий профессиональный уровень, а низменные качества людей, которые занимают государственные должности и в США, и в странах НАТО в целом, которые позволяют себе делать глупые, исторически неверные и абсолютно бесчеловечные заявления в отношении Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной. Мы делаем заявления, мы публикуем их, мы дезавуируем их, мы направляем ноты протеста, вызываем послов. Но вы понимаете, такое впечатление, вот сейчас я смотрю на Запад, как будто происходит его расчеловечение у нас на глазах. Я согласен, Мария, что сейчас действительно Запад выглядит крайне неубедительно, во всяком случае в глазах россиян, я думаю, подавляющей части земного шара. Этот пузырь начинает явно выпускать воздух или даже лопаться. Но для дипломатов это очень сложное время, потому что дипломатии как таковой по существу нет. И то, что происходит в Соединенных Штатах, это просто, ну, если хотите, антироссийская вакханалия, шабаш. Знаете, Вячеслав, если можно, самое, конечно, дурное, наверное, дело цитировать самого себя, но я сейчас вспомнила, как еще несколько лет назад, это, по-моему, было в каком-то из моих блоков, какой-то пост я писала и сказала, что действия Соединенных Штатов Америки похожи на поведение ковбоя в Лувре, понимаете?
при всем моем любви к ковбоям, к американской культуре любого периода и к Лувру, но вот это несоответствие места, времени и манер, оно может привести к драматическому результату, а мы его сейчас, собственно говоря, все и наблюдаем. Абсолютно правы, что от классической дипломатии на Западе ничего не осталось. Я могу даже предвосхитить ваш вопрос и дать ответ, почему. Да потому что стало нормой не, как сказать, не от случая к случаю, а это уже норма. Внешнеполитические службы целого ряда, да и ключевых, в общем, стран, заполнять не и возглавлять не профессионалом, а политическим назначенцем. Но ведь и у политического назначенца может быть опыт колоссальный в менеджменте, управлении, в разрешении кризисных ситуаций. Извините, если человек, конечно, занимался экономикой многие годы, он, наверное, может заниматься и разрешением или ведением международных переговоров. То есть есть схожесть, есть опыт, есть сноровка, есть знание, да, ситуации. Но и когда я говорю о западных натовских политических назначенцах на посты глав внешнеполитических служб, я говорю о тех людях, которые в принципе оторваны от практики жизни. Они никогда не вели переговоров от имени государства, они никогда не занимались прикладной практической деятельностью, они не являются учеными при этом. Может быть, человек не занимается чем-то в практическом плане, но он в теории хорош, он изучал предмет. Тот же самый Евгений Максимович Примаков, он был величайшим ученым-международником. У него труды, научные труды, он принимал участие. То есть он сочетал науку и такую прикладную, настоящую переговорную дипломатию. Поэтому он имел опыт разносторонний. А сегодня мы видим кого? Людей, которые, не имея опыта вообще никакого, вообще жизненного даже опыта не имея, вдруг возглавляют эти самые внешнеполитические или ключевые для внешней политики международных отношений структуры, организации и ведомства в натовских странах, говорят от имени государства, даже не понимая, что они не на политических дебатах внутри страны, не на митингах, не в ходе встречи с избирателями, где можно обещать что угодно, а потом об этом забыть, а в тот самый исторический момент присутствуют, когда они обязаны находить выходы из ситуации. А за счет вот той картины, которую я описала, абсолютного непонимания всего, ни истории, ни знаний, ни знания реалий и ни владения профессии, они только все усугубляют. И таких людей в натовских странах то есть все больше и больше. Но я думаю, вы сами их видите, часто их цитируете, показывая всю недопустимость подобной риторики. Ну, результат этой политики тоже налицо. Мы продолжим обсуждение того, что происходит на Земле и в мировой политике после рекламы. Спасибо, Марии Владимировне Захаровой. Что привело тебя сюда, Данила Ислий? Когда великий султан вернется в Стамбул с победой и в добром расположении, я хотел бы оказаться среди первых, кто с ним встретится. Он не может одарить своим венценосным сиянием каждого. Любое дело могут рассмотреть без участия султана. Мое дело предназначено только для ушей султана. «Янычар» – премьера многосерийного фильма. С 9 марта на Первом. Данила, к султану пойдешь? Скажи о дочке. Проси его. С тем, кто просит о малом, о большом не договариваются. А я о мире между державами говорить иду. Некоторые вирусы могут вызывать повреждения сосудов и тромбы. Именно сосуды являются основной мишенью последствий инфекции. Лекарственный препарат «Ангионорм» способствует восстановлению сосудов после повреждений, улучшает микроциркуляцию, снижает риск образования тромбов, помогает снижать воспаление и укреплять стенки сосудов. «Ангионорм» – держи сосуды в норме. Я больше не беру с собой кошелек, но мои деньги всегда со мной. Оформил и вперед. Пластик больше не нужен. Моментальная карта Тинькофф Блэк живет в твоем телефоне. Установи приложение Тинькофф и пользуйся картой сразу. Это моментальная карта. С ней можешь быть спонтанной. У меня кэшбэк. С каждой покупки. До 15% по выбранным категориям. И до 30% по спецпредложениям. Тинькофф Блэк. Я люблю ее. Оформи моментальную карту Тинькофф Блэк в приложении Тинькофф и закажи ее доставку за пару кликов.
Черкизова представляет. Клянитесь, не трогать ее до прихода гостей. Отборное мясо собственных ферм и натуральные специи. Невозможно удержаться, если можно съесть. Скажем, что это ты все съел. Хорошей колбасы должно быть много. Черкизова! Мясной блокбастер во все холодильники страны. Снова болит спина? Представляем Вольтарен. Его активный компонент обладает самой высокой противовоспалительной активностью среди аналогичных средств. Вольтарен – это не просто движение, это счастье быть вместе. Вольтарен – номер один назначаемый препарат от боли в мышцах и суставах. Представляем лечебный пластырь Вольтарен. Против боли 1 на 24 часа. Широкая масленица началась. Ждем в гости. Масло Альтера Голден 114,90. Я просто хочу продлить ОСАГО по нормальной цене и ничего вам не отправлять. Мы сможем. Найдем и купим ОСАГО по лучшей цене. И так уже целую неделю. Сравни, пробовали? Сравнить предложения страховых, посмотреть отзывы и рейтинги и купить ОСАГО можно на «Сравни». Если ОСАГО, то «Сравни». А я уже купил через «Сравни» и сэкономил 3,5 тысячи. Проверено 1,5 миллионами и еще одним автомобилистом. Повышенная тревожность, беспокойство, депрессивное настроение могут быть проявлениями стресса из-за пандемии. Не стоит это терпеть. Помочь может афобазол. Афобазол способствует восстановлению и защите нервной системы. Психическое здоровье – это важно. С макарошками и пюрешкой. Котлеты только Черкизова. Из мяса собственных ферм. Черкизова. Больше не нужно выбирать между здоровьем десен и укреплением зубов. Парадонтакс комплексная защита – это 8 особых свойств для поддержания здоровья десен и укрепления зубов. Комплексная защита зубов и десен от Парадонтакс. Хочу быть любой. Хочу подчеркнуть. Хочу прикрыть. Все для спорта и стиля в одном приложении. Спортмастер онлайн. Хочу спортивно, хочу стильно. Когда нервы на пределе, нужен Магнелис B6. Он помогает восполнять дефицит магния и приводить в норму работу нервной системы. Магнелис B6. Восполнение дефицита магния по доступной цене. Мы знаем все, что вам нужно на старте, ведь каждый третий ИП начинает свое дело в Тинькофф. Бесплатно откроем ИП онлайн, поможем с отчетностью и налогами, решим вопросы в чате. Начните свое дело с Тинькофф. Черкизова представляет. Отборное мясо собственных ферм и натуральные специи. Удержаться невозможно. Скажем, что это ты все съел. Мясной блокбастер во все холодильники страны. Годовщина свадьбы. Все должно быть идеально. А знаешь ли ты, что бактерии размножаются стремительно? Таблетки для очищения зубных протезов Корега устраняют в 10 раз больше бактерий, чем обычная зубная паста. Корега. Выбор вашего рта. В эфире «Большая игра». Мы продолжаем. Народная милиция Донецкой Народной Республики успешно ведет наступление. Все эти дни. И все эти дни продолжались обстрелы Донецка, Горловки, обстрелили жилые кварталы, гибли люди. Сейчас с нами на связи глава администрации города Горловка Иван Сергеевич Приходько. Иван Сергеевич, здрасте. Что сегодня у вас в Горловке? Ну, сегодня вообще подозрительный день, если мы говорим о Горловке. Сегодня тишина просто абсолютная. Чего, конечно, не скажешь о Донецке, который подвергся просто варварскому обстрелу опять по центру города. Мы, в принципе, не разделяем там себя, Донец, Горловка, все там в нашей территории, да. Но, знаете, у нас уже 3 дня назад была такая тишина, практически сутки. На следующий день мы получили 117 обстрелов. Чтобы для понимания ситуации, с 24 числа у нас 657 обстрелов было. Это я говорю только о Горловке. 11 человек погибло и, увы, 51 ранено. За вчера было 5 ранено мирных жителей. Поэтому ситуация, в принципе, усугубляется, лучше не становится. И сегодняшний день это подтверждает только исключение из правил. Вячеслав Алексеевич. Да. Ну, я надеюсь, что это уже не исключение, а что это правило. Похоже, что под Горловкой наступает какой-то перелом, иначе бы... Вряд ли это было так. Саша, ну, я не военный, в прямом смысле слова, сейчас. Я карт не вижу, данных разведок у меня нет.
Если это так, то я думаю, сейчас вся Урловка пойдет в церковь ставить свечки, да и на нашей республике. Александр Юрьевич Бородай возглавлял правительство. Александр Юрьевич, отдельное приветствие. Да, и вас приветствую. Рад слышать и видеть. Добрый. Поговорите с Горловкой. Конечно. А что можно сказать Горловкой? Горловкой только держаться, так же, как и республикам. Ну и наступать. Но, правда, не торопясь, очевидно, да, потому что наступление в лоб, оно чревато существенными потерями. Дело в том, что на фронтах, так сказать, по которым двигаются корпуса народной милиции республик, ну, поддерживаемые, естественно, вооруженными силами Российской Федерации, все идет у нас достаточно успешно, но просто не очень быстро. И это, наверное, хорошо, то, что не очень быстро, потому что прогрызать оборону противника, которая была создавалась 8 лет, это довольно тяжело. Сейчас, конечно, вот подошли на юге, так сказать, на побережье, к основному такому ядру обороны, это к Мариуполю. Потому что все, что происходит на севере, по Луганщине, да, там группировка противника сама старается, пусть с боями, но оставлять территорию, да, вот, и отходить в сторону Харькова. Ну, понятно, что в Харькове тоже еще противник пока что, и они, конечно, надеются соединиться. Хотя явно, действительно, вот вы правы, чувствуется последний, наверное, вот во вчерашний день и в сегодняшний, чувствуется уже некоторая дезорганизация и утрата управления, общего управления, общеармейского управления. И мы понимаем, что те, кто сейчас дерутся против нас в Мариуполе, они дерутся уже по большому счету сами по себе. Тем более, что там, в общем, самые отъявленные ребята, ну и, честно говоря, будем говорить откровенно, самые крепкие с точки зрения боевого духа, то есть там много азовцев, и, конечно, они будут рубиться за каждую улочку, за каждый дом в Мариуполе, поэтому со штурмом надо быть максимально, просто максимально аккуратно, потому что есть и мирные жители, и мне известно, в каком чудовищном они находятся положении, часть их